Всем добрый вечер. Я рад видеть вас на своем канале. Ну что, как я люблю говорить, давайте так, чтобы надолго не затягивать все это мероприятие, будем передвигаться к тому, что нас интересует и то, ради чего мы сегодня здесь все собрались. А мы собрались ради того, чтобы изучать более подробно колоду Гюстава Доре, колоду Таро. И сегодня у нас на очереди следующая карта, это также старший аркан. Под номером в колоде Доре он под номером 11, и это у нас сила. Так случилось, что в прошлый раз, когда мы с вами разбирали карту «Справедливость» или «Правосудие» или «Юстиция», она была там под номером 8, и я уже тогда вскользь упомянул о том, что в разных колодах, в разных системах Таро эти карты меняются местами. Это справедливо рассматривать с той точки зрения, когда мы смотрим на последовательность старших арканов как на некий путь развития либо ситуации, либо прохождения человека в какой-то ситуации, либо вообще формирования человека как личности на протяжении жизни или на протяжении отдельно взятого отрезка жизни, когда он может пройти все эти стадии, ну, желательно, последовательно, от мага и до, в общем-то, карты мира. И вот тогда имеет, конечно, значение, на каком месте находится у нас карта «Сила», а на каком карта «Справедливость», «Правосудие». То есть, что из них наступает первее, что из них у нас идет после «Колесницы», а что у нас идет после «Колеса Фортуны». Но сегодня мы это рассматриваем скорее в больше таких отдельно взятых арканах. Мы рассматриваем карту как таковую самостоятельно, и поэтому то, на каком она месте у нас оказывается сейчас, как я уже и говорил в прошлый раз, большого значения не имеет. И это также, по большому счету, не имеет большого значения, когда вы будете пользоваться картами для того, чтобы гадать людям, и когда вы вытаскиваете карту «Сила», и на ней написана цифра 8, либо цифра 11, это также не играет большой роли. Я говорю, это играет роль, когда мы рассматриваем карты Таро не только как гадательный инструмент, но как инструмент для саморазвития, для самопознания, для того, чтобы докопаться в глубину какой-то ситуации, характера человека или каких-то происходящих событиях, в динамике, в разрезе. Тогда вот на это имеет смысл обращать внимание. Но повторяться не буду, что я считаю правым, что нет, какой из вариантов. Опять же, если мы посмотрим на карту «Сила», здесь в колоде Гюстава Доре это 11 номер, тогда как у Уайта это 8 номер. И успешно можно работать обеими колодами. Поэтому, еще раз говорю, на этом сегодня прям внимание заострять не будем. А на чем мы будем заострять внимание, так это на личности человека, который изображен у нас на этой карте. Вы уже, я думаю, успели прочитать, хотя вы и так это знали, потому что в самом названии видео уже содержалось это имя – пророк Даниил. Итак, как я уже говорил, данная колода позволяет нам посмотреть на определенный аркан с точки зрения конкретного персонажа, конкретного человека. И это хорошо. Это то, чего, например, лишена колода Уайта. Но, кстати, чего не были лишены колоды средневековых карт Таро. Я не могу сейчас говорить точно название этих колод. И это, конечно, касается в большей степени не столько старших арканов, сколько придворных карт, где за каждым изображением крылся конкретный персонаж. Это было очень удобно. Вы, глядя, ну, люди того времени, глядя на такую карту, могли себе представлять определенного человека, ну, предположим, Александр Македонский, и они знали, что это там такой человек, он обладает вот такими-такими-то личными характеристиками. Вот это и вот это, вот это мы о нем знаем, как там о великом полководце, или там как, не знаю, замечательном муже, или верном товарище. Или наоборот, как о человеке, который был предан своими товарищами. И вот располагая такими знаниями о конкретном человеке и персонаже, люди, которые гадали впоследствии картами, это сразу развязывало руки и открывало глаза. Они понимали, что вот здесь сейчас некий там, предположим, Василий или Петр или Олег, он вот прям соответствует карте, на которой изображен Александр Македонский. Пока что
все карты, которые мы рассматривали из колоды Гюстава Доре, они как раз и сделаны по такому принципу. Да, мы докапываемся глубже, мы рассматриваем здесь и зодиакальные дома, мы также сопоставляем это с колодой Уэйта, но нам повезло, потому что здесь изображен конкретный персонаж, и наша задача это как можно глубже узнать его биографию, посмотреть, о чем же на нем написано в той или иной книге, в частности в Библии, попытаться прочесть между строк, потому что, как я уже говорил неоднократно, Библия — это скорее не книга, а концентрат, и там можно прям за каждое слово хвататься, его или фразу смотреть с разных сторон, попытаться прочесть что-то скрытое, увидеть, что находится за кулисами, особенно учитывая, что Библия — книга, которая была написана до нашей эры в своем большинстве, мы сейчас говорим о Ветхом Завете. Поэтому много переводов, разные тексты в оригинале на греческом языке либо на иврите. Да и зачастую сами книги писали о событиях, которые происходили за этого за несколько сотен лет. То есть мы понимаем, что надо как-то еще вот смотреть не только то, что прям написано в Библии, но и несколько со стороны пользоваться какими-то дополнительными археологическими раскопками, трудами современных людей, которые более глубоко погружались в эту тему и рассматривали всю эту ситуацию с разных сторон. Ну что, давайте так, чтобы мы уже прям переходили к самой карте. Ну, кстати, можно сразу глянуть на гравюру. Это один из тех немногих вариантов, когда то, что изображено на карте, и то, что изображено на оригинальной гравюре Гюстава Доре, не сильно отличается. И ее, соответственно, достаточно легко идентифицировать, буквально загуглив эту картинку. Да, здесь не написано что-то про рода Даниил, но если сделать поиск по картинке, то вам достаточно быстро поисковая система выдаст именно вот это изображение. Потому что, повторюсь, то, что изображено на карте, оно почти полностью соответствует тому, что есть на гравюре. Что мы здесь видим? Мы видим здесь некого человека. Не совсем понятен его возраст, скорее на карте он показан, и на гравюре он показан молодым, с длинными волосами, даже несколько не длиннее, чем типично было принято для того времени, если судить по картинкам, изображениям, по тем же гравюрам и в целом по восприятию нами, даже современными людьми, той эпохи. Да, были длинные волосы, но они были несколько короче, прям не такие длинные, это скорее такая женская прическа. Ну, автор так видел, он так изобразил. Мы видим его в окружении львов или львицы, львы-львицы. Видно также останки не то каких-то других животных. Ну, люди вряд ли, потому что череп явно не похож на человеческий, но то, что здесь львы как минимум питаются, это факт. Это больше похоже на некую, даже не то чтобы пещеру, я бы сказал яму, похоже на какую-то яму, потому что свет падает сверху. Это видно по вот этому лучу. И прям свет, он так еще одновременно выделяет пророка Даниила как человека из этой всей сцены, как главного персонажа на сцене, да, когда направлены софиты на человека, вокруг несколько так затемненный фон, и задача стоит в том, чтобы подсветить там дополнительно персонажа. Но это так уже вторично, скорее это как раз должно говорить о том, что человек этот находится в какой-то яме. Вокруг львов много, и что удивительно, вот я это ставил на закуску, как самая изюминка, львы его не трогают. Вот он находится совершенно с ними в мире и согласии. Возможно, он просто на самом деле дрессировщик львов, который жил в древности, и он так умело с ними управляется, что они его слушают. Даже видно, что он на одном из них держит свою левую руку, гладит его по гриве, и лев нисколько этому не противится. Взор его устремлен несколько вверх, ввысь, как будто бы он видит что-то то, чего не видим мы в этой пещере. Как будто бы он обладает каким-то взглядом, способным увидеть сквозь стены. Ну, такое краткое описание карты того, что можно увидеть, не зная никакого контекста о ней и вообще не имея ни малейшего представления о том, кто же такой Даниил. Но для вас я сегодня приготовил несколько закладок. Они, правда, не в той последовательности будут, как изображены на экране. Интересная итог мифологии значения искусства. Немножко не та последовательность. Мы начнем с вами с мифологии. Точнее, даже так. Мы начнем сперва с прочтения в оригинале
из Библии тех событий, которые касаются не только изображенной сцены, но и в целом жизни пророка Даниила. Я подготовил несколько глав, мы их все прочтем, это займет, наверное, у нас часов 6. Так что запасайтесь чаем, печеньем и каким-нибудь съестным таким обедом поплотнее. Ладно, шучу. На самом деле нет, я сделал короткие выдержки, отметил стихи, которые я буду конкретно зачитывать, цитировать, а остальное буду просто пересказывать своими словами, так чтобы мы сократили время разбора того, что нас интересует. И, в общем-то, дойдем мы только до тех событий, которые связаны с картой. Хотя жизнь Даниила продолжается дальше, но мы на этом наш разбор прервем. Почему? Потому что у нас в дальнейшем, в будущем, будет еще другой персонаж, царь Кир, с которым жизнь Даниила также связана, и мы волей-неволей, но вернемся к этим событиям, но в будущем, когда будем разбирать человека, который помог вынести сосуды, разворованные сосуды из храма Иерусалимского и вернуть их обратно. Да, вот такой будет у нас в будущем разбор и персонаж. Но об этом потом. Ну что, это такое было короткое предисловие и вступление. Давайте, собственно, и разбирать, и вникать, кто же такой Даниил. С чего стоит начать? С того, что времена были не самые хорошие и самые замечательные в детстве у Даниила. Он еще находился в момент своего рождения, юности, отрочества в Иерусалиме, в своем государстве, в своем родном городе. Но далее события разворачивались совершенно иным образом. И на что я хочу сразу, чтобы вы обращали внимание, когда будете слушать весь этот текст. Обращайте внимание на, по возможности, черты и характеристики самого Даниила. Обращайте внимание на то, как он себя ведет в той или иной ситуации, как жизнь к нему относится. Потому что об этом всем, это же не художественная литература, об этом всем Библия умалчивает. Она просто сухо дает какие-то факты, какие-то слова. В большей степени с точки зрения и позиции, даже не то чтобы Бога Создателя, а тех людей, которые писали Библию, что они как бы вот с этой теологической стороны смотрели. Но давайте не забывать, что Даниил это был обычный живой человек, который прожил обычную человеческую жизнь, ему были присущи такие же черты, как нам всем, какие-то слабости. Он также ходил в туалет, он также хотел кушать, он хотел также отдыхать. У него было ощущение гордости, страха. В общем-то, он не был лишен ни одного из этих всех чувств. Поэтому давайте на его биографию смотреть, как на жизнь обычного человека, хоть и жившего очень давно. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего. И внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. В данном случае Бога своего, здесь пишется с маленькой буквы, имеется в виду Бога Навуходоносора, не Всевышнего, а местного, локального. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать перед царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Синрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару,
которого начальник Евнухов представил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам пищу, в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Давайте на этом остановимся, так, чтобы можно было сразу внести некоторые ясности в то, что мы прочитали. Итак, получается так, что на родной город Даниила и его троих товарищей нападает царь Вавилонский Навуходоносор, забирает часть народа и также сосуды храма, то есть по большому счету получается некий грабеж, ну как завоеванная сторона, завоевавшая сторона, она забирает пленников. И вот среди их числа оказываются эти трое юноши. Они оказываются в чужой стране. Отроки – это значит, что это достаточно молодые люди, которые еще не имели жен, не имели семей и, в общем-то, скорее всего, не обладали никакими званиями, никакими должностями на тот момент. И уже там, в Вавилоне, сам царь, он повелевает, чтобы начальник евнухов из израильских сынов выбрал ему специальных людей из княжеских и царских кровей. Для чего? Для того, чтобы их обучить языку халдейскому и чтобы обучить их с помощью их книг. Да, тут я хотел сказать, два раза хотел сказать слово «их», это было бы несколько запутанно. А то есть задача состояла в том, чтобы взять... Кстати, такая практика, по-моему, уже неоднократно встречалась позднее и в Средневековье, когда забирали в пленники кого-то из царского рода и пытались ему в чужой стране привить, насадить иную культуру. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, Османская империя очень часто практиковала позднее такие вот вещи. Здесь происходит то же самое. Забираются эти молодые люди, среди них оказывается Даниил, и в течение 3 лет они, значит, должны будут постигать эту науку, изучать язык, постигать культуру и все остальное. Но сразу мы уже видим небольшой маленький конфликт. Царь, значит, им мало того, что со стороны, давайте так рассуждать, со стороны. Это можно посмотреть как на, конечно, беду и неприятное происшествие, что эти люди оказались в плену. Но плен может быть разным, да? По большому счету, они оказались, если не в буквальном смысле, в царском дворце, то уж точно они были облагодетельствованы самим царем. Мало того, что они могли обучаться, им еще и было назначено питание с царского стола, и это было сказано самим царем, это как был самый высший указ. То есть люди находились в очень хорошем положении. Для чего это было сделано? Конечно, из них хотели воспитать будущих чиновников. И об этом прямым текстом и говорит нам Библия, что эти люди в будущем будут служить на благо Вавилона. Замечаем, что ни Даниил, ни его друзья, давайте мы говорим, будем говорить о Данииле, Даниил, он не противится этому, то есть он никоим образом не пытается вставлять палки в колеса, ну как бы есть и есть, да, вот я оказываюсь в такой ситуации, окей, я ее принимаю, и я буду поступать, хоть и в неволе, вот так, как сейчас мне велит данная какая-то ситуация. Но, у меня есть определенные принципы, определенное видение, как я должен поступать, и вести себя, независимо от того, где бы я ни оказался. Хоть я уже и пленник, и давно покинул стены святого города, давно не вижу я курения, дымящегося от храма, но Господь мой Всевышний, Он остается со мной. Поэтому я не буду осквернять себя едой с царского стола. Что значит осквернять? Да, вот яствами с царского стола. Если вы помните... В Пятикнижии Моисея, когда они, израильтяне, вышли из Египта, и кроме 10 заповедей на горе Синай, были также даны другие своды законов, которые в том числе предписывали, что можно употреблять в пищу, чего нельзя, кого можно приносить в жертву, кого нельзя. Мы, конечно, этого всего не зачитывали, потому что это было бы достаточно для нас
долго, да, и, в общем-то, это не касалось сути вопроса в разрезе карты маг, где мы видели Моисея. Но таков закон существовал, его нужно было строго исполнять. Даниил об этом знал, и он не хотел осквернять себя как раз едой со стола. То есть вавилоняне, они питались несколько по-другому. Ну, в частности, они, например, могли употреблять мясо с кровью, что для иудеев того времени категорически воспрещалось. Также были животные нечистые, например, там свинина, которую также нельзя было употреблять. Ну и ряд других продуктов, которые могли входить в меню царского стола. Но Даниил не хотел их кушать, дабы не нарушать закон Бога. То есть у него, наряду с тем, что он что-то мог принять и вжиться в какую-то роль, но с другой стороны, он отставил какие-то свои принципы и проявлял силу в том, чтобы этому противостоять и противодействовать. И вот здесь интересный, кстати, момент. Я себе его выделил такой стрелочкой в Библии, что Даниил, во-первых, положил в сердце своем не оскверняться яствами. То есть, что значит «положил в сердце своем»? Такая несколько высокопарная фраза, но она говорит о том, что это не просто было, ну, что-то таким напускным, наигранным, ситуативным. Нет, это было частью его характера, частью его принципов. То, что было вот прям глубоко в нем заложено, вырезано ножом на сердце его. И потому он просил начальника. То есть он не просто надеялся на Господа, что Господь как-то поможет ему, посодействует ситуацию. Но в конце концов, кто он такой? Он всего лишь раб, которого забрали из чужой страны, но нет. Он что-то предпринимает, он что-то делает. Он проявляет, кроме твердости характера, еще и принцип силы в том смысле, чтобы что-то сделать, что-то предпринять. То есть он делает шаг навстречу, он просит начальника евнухов, а с другой стороны, в ответ, да, вот написано, что Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника. Если мы смотрим на это с точки зрения того, что это не Бог, а это хотите называйте карма, хотите называйте судьба, хотите называйте это там каким угодно, каким-то божественным принципом или высшим проявлением, сути не меняет. Подлежащий камень, вода не течет. То есть Даниил делает какие-то шаги, он тверд в своих принципах, и ситуация оборачивается вокруг него так, что судьба, Бог, карма, повторюсь, они к нему располагают того человека и ту ситуацию, о которой Даниил просит. И далее еще вот последний стих, который я зачитал, что вот в этой всей связи Бог даровал и Даниилу, и его друзьям знание, разумение всякой книги и мудрости. А Даниил еще и давал умение видеть сны и разгадывать их. Хочу напомнить, что они, на секундочку, были во враждебном государстве, и явно там были книги, наверное, и религиозного характера, книги, которые, скорее всего, могли противоречить тем учениям, которые они получали в Иерусалиме. Но, несмотря на все это, Бог даровал им мудрость, разумение этих книг, чтобы они в это все вникали. Еще не знаю, для чего нам это надо, но мне кажется, это очень важный момент. Вот стоит на него обратить внимание и запомнить. И что у нас получается? Получается у нас следующая ситуация. Заканчиваются у нас вот эти вот дни. Царь просит о том, чтобы привели значит, всех, кто обучался в течение оговоренного времени. Царь говорил с ними, вот со всеми, кого привели, и среди прочих опрошенных, вот этих четыре человека, включая Даниила, были самыми умными, самыми разумными, самыми талантливыми и толковыми, и они ему виделись в 10 раз умнее всех остальных. Вот так и написано. «Во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его». Я вот прям здесь не копал отдельно и не смотрел, тайноведцы и волхвы, могли ли так называться раньше люди, которые просто занимались наукой, или непременно это были те, кто занимались так или иначе эзотерикой, религией, гаданием, предсказанием будущего и иного рода ясновидением.
Если же это так, то тогда они занимались достаточно узким учением, я бы сказал, и постигали науки, которые касались именно этого аспекта. Во всяком случае, в Библии конкретно так и говорится, что они были умнее волхвов и тайноведцев в 10 раз тех местных, которые были среди халдеев. Затем происходит событие. Событие связано с тем, что снится Навуходоносору сон. И не совсем понятно, то ли он не помнит сна вообще напрочь, то ли он его помнит, но не хочет выдавать его тайну, дабы его волхвы, его вот эти тайноведцы и гадатели, чтобы они ему предсказали и рассказали как сам сон, так и его значение. Ну, потому что одно дело пересказать сон, а другое дело это еще объяснить, что этот сон означает, к чему он может привести и, соответственно, если есть возможность, то что можно предпринять в этой связи. Но он не говорит даже о значении самого сна, точнее о том, что ему приснилось, о событиях. И ему его гадатели местные отвечают: «Дело, которого требует царь, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Затем царь рассвирепел, сильно разгневался на это и приказал истребить всех вавилонских мудрецов. И дело почти доходит до того, чтобы это начало быть приведено в исполнение. Приходят исполнители власти к Даниилу и его друзьям, и так получается, что они узнают, то есть, видать, они не были в курсе, их не позвали тогда, когда этот сон разгадывался, но когда вышел указ о том, чтобы истребить всех волхвов и мудрецов, то за ними пришли. И Даниил что он делает? Он обращается к начальнику телохранителей, который пришел убивать, значит, этих вавилонских мудрецов, и просит этого не делать. Дескать, он сможет разрулить данную ситуацию. Ему снится сон. Они перед этим помолились, попросили у Бога Небесного об этой тайне. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. После этого Даниил приходит к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Вот тут можно остановиться и сделать паузу, что да, с одной стороны, Даниил, если бы он умолчал об этих своих способностях, то ну, он бы, скорее всего, был убит. Но уже когда он разгадал сам сон, он все равно речь ведет таким образом, что не то чтобы он делает акцент на себе, а скорее акцент в целом на том, что он разгадал тайну, и поэтому не следует кого-то убивать. Ну, то есть следует людей этих помиловать. Все уже, как бы вопрос решен, зачем кого-либо убивать. Не я, вот да, вы там убиваете, а я вот потом приду, я вот такой весь знаменитый и распрекрасный, и расскажу значение этого сна. Нет, он тем самым спасает жизни людей, которые, ну, никогда, пусть и не конкретно они напрямую, но поработили его, в конце концов, разрушать это государство изнутри было бы тоже неплохой задачей. Но Даниил так не поступает. И он приходит к царю и говорит: «А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». И далее он ему рассказывает о его видении, которое видел царь, и что это видение означает. Мы на нем останавливаться не будем, оно сути вопроса нам не раскрывает. А вот то, как ведет себя Даниил, и то, что он уже, по-моему, в некоторый раз делает акцент не на себе и на своих умениях, а он делает акцент на том, что это ему дано свыше. По-моему, я этот момент, может быть, и пропустил. Да, вот Даниил говорит царю: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни толкователи, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». И вот он и открыл царю Навуходоносору данный сон. И далее вот этот стих, о котором он и говорит.
Хочу заметить, что Даниил уже какое-то время живет в царских палатах со своими друзьями. По всему видно, и он же это понимает уже прекрасно, но не слепой же он, что он лучше остальных, разбирается в науках, разбирается в этих тайнах, разбирается в гадании, в прорицании, в предсказании, в толковании. И он в 10 раз, и его друзья умнее тех самых волхвов. Но когда случается ситуация с тем, чтобы доказать, кто ты есть на самом деле, мало того, что Даниил может это сделать, он уже разгадал этот сон, но когда случается непосредственный контакт с царем, он переводит акцент не на себя и на свои личные заслуги, таланты и умения, а на то, что это всего лишь дар, что это ему идет от Бога, что по большому счету не он главный, он всего лишь инструмент. А Бог Всевышний как раз и есть тот, который дает ему эту силу, с помощью которой он может открывать тайны. И тем самым, кстати, напоминаю, что он спасает враждебно настроенных к нему, как мы узнаем в будущем, тех самых волхвов. После того, когда Даниил все это рассказал, царь Навуходоносор пал на лицо свое, поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Замечаем, что в этой ситуации высший, даже не то что в своем государстве, а гроза всех народов соседних, великий завоеватель Навуходоносор, после всего того, что сказал Даниил, он проникся, благодаря опять же Даниилу, он проникся этим почтением к настоящему Богу. Он поклонился и воздал больше ему хвалу, нежели Даниилу. Собственно, то, чего, наверное, Даниил и добивался, то, что он и хотел сделать в данной ситуации, это расположить Навуходоносора к истинному Богу. Но далее он также возвысил Даниила, дал ему много больших подарков, поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Мало того, Даниил, кроме того, что он здесь и сейчас уже получает признание, ну, согласитесь, да, ситуация патовая, ситуация, о которой знает, если не все государство, то как минимум столица, о том, что будут убиты все волхвы, а это далеко не последние люди при царском дворце, все знают о том, что их спасает Даниил, какой-то там еврей, который пришел из пленных, который вот учился, и сейчас он над всеми нами возвысился, но это такое, он спасает нам жизнь. И Навуходоносор после этого ставит его начальником над всей областью и начальником над всеми волхвами и мудрецами в Вавилоне. То есть он, по большому счету, присваивает самое высшее звание, если бы было некое такое министерство волхвов, мудрецов, тайноведцев и гадателей, то Даниил будет главный над ними. Он выше всех, и он заправляет этой сферой, этим министерством, если хотите, в Вавилонском государстве. Что в этой ситуации делает Даниил? Как он себя ведет? Тут же, не отходя от кассы, он говорит, чтобы царь поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Давид остался при дворе царя. Благородство налицо. Как минимум иных каких-то причин, почему Даниил так поступил, мы не видим. Он поступает в данном случае с позиции сильного человека. Что значит с позиции сильного человека? Потому что он сейчас контролирует ситуацию. Два человека – царь, великий завоеватель Навуходоносор и Даниил. Царь дает ему должность, одну должность вторую, но Даниил отказывается от этой должности, и не просто отказывается, а он просит за своих друзей и товарищей, чтобы они были поставлены, кем они были поставлены, над делами страны Вавилонской, а он просто остался во дворце. В данном случае Даниил, как раз, как я уже сказал, выступает с позиции силы. Он берет инициативу в свои руки и поворачивает ситуацию таким образом, чтобы его сейчас как бы праве либо это принять, либо отказаться, либо вообще как бы передать эту эстафету другому кому-то. И он так и поступает.
согласитесь, выглядит это очень благородно и дополнительно раскрывает личность Данила как человека. И явно, я думаю, что такой поступок возвысил его, хоть об этом не говорится, и в глазах царя, и в глазах его друзей. Ну, несомненно. Когда его друзья узнают, об этом не говорится, но мы можем это легко и смело предположить, когда они узнают, по чьей же милости и почему их так вдруг возвысили и назначили начальниками, оказывается, что это благодаря Даниилу, что только именно из-за его действий и его поступков. Но мы помним, что сон они разгадывали вместе. Хоть он и снился Даниилу, но он тогда пришел к своим друзьям, они вместе помолились, Даниил спал, ему приснулся сон, он его потом разгадал. То есть, в принципе, он не забыл о своих друзьях, и он их отблагодарил вот таким вот образом. Далее, так чтобы мы еще глубже погрузились в личность Даниила, происходит спустя какое-то время, хоть сразу наступает следующая глава, но вполне проходит какое-то время. Видать, Навуходоносор уже немножко забывает о том, кто есть кто. И он делает золотого истукана вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей и ставит его на поле Деире в области Вавилонской. То есть делает истукан, имеется в виду, делает изображение некого божества из золота. То есть это выглядит очень помпезно, величественно, ставится это где-то на поле. И далее отправляются во все земли вавилонские, чтобы собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей. В общем, это верхушка, это вот прям сливки общества. Казнохранители, законодавцы, блюстители суда, все областные правители. То есть, вот представьте свое государство, представьте там весь, например, какой-то аппарат государственной верхушки, представьте себе судей, прокуратуру. В общем, все-все-все вот эти вот вершины и верхушки, депутаты и все вот эти люди, они собираются, вот просто элита, знать, они собираются в одном месте для того, чтобы созерцать сие великолепие золотого истукана, которого Навуходоносор сделал. То есть явно это событие из ряда вон выходящего. Ну, иначе не было бы столько пафоса и помпезности. И тогда, когда все собрались, глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». То есть речь идет о том, чтобы поклониться этому самому божеству, тем самым признать одновременно и власть, и величие царя Навуходоносора, ну, в меньшей степени, а в большей, как бы тому богу, которого он назначил над всей страной, и благодаря которому, мол, эта страна так процветает и существует. И когда, значит, вот эти самые свирели, цивницы, трубы и симфонии звучат, народ падает ниц, в это же самое время приступили некоторые из халдеев, то есть из местного населения, и донесли на иудеев, ну, то есть на евреев. Они сказали, что царю: «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Синдрах, Месах и Авденага. Вот эти мужи не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Да, помните, я говорил о том, что вот вроде как бы все хорошо, когда эти люди делают добро, то все тихонечко молчат, а зависть внутри копят. И как только случается такая вот ситуация, когда они видят, что можно этих людей, так сказать, как минимум сместить с должности, они тут же доносят царю о том, что вот эти три юноши, которых Даниил под его, скажем, покровительством продвинул Навуходоносор в виде начальников, они на них доносят, что они не поклонились истукану. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Синдраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю, и были они брошены в печь, раскаленную огнем. То есть так было сделано по велению царя. Печь была раскалена чрезвычайно, очень сильно, потому что царь сильно разгневался, он хотел, чтобы наверняка они умерли. И
Они ему отвечают, что Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. И если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Я вообще почему читаю об этих друзьях? Ну, потому что это друзья Даниила. Как-то есть пословица. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Понятное дело, что там было много иудеев. Но почему-то Даниил дружил только с этими тремя. И они, в принципе, были между собой очень похожи. Как по своим принципам, так и по своему поведению. И по твердости в своих принципах. И, похоже, эта сцена выглядит как некая дерзость. Да? Вот то, как они говорили с царем. Да? Вот да будет тебе известно, в принципе, даже если нас Господь и не спасет, то будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем и поклоняться не будем. И падать ниц тоже не будем. Звучит как-то, повторюсь, дерзко. Но мы помним, что они на секундочку, ну, как бы начальники, да, они служат в Вавилоне, они выполняют хорошо свои обязанности. И явно, если бы были какие-то иные причины, почему можно было бы их отстранить, подсидеть на их должностях, донести на них, то это было бы давно сделано. Значит, они добросовестно служили царю, они хорошо выполняли свои обязанности, не мог никто из халдеев до них докопаться, и вот только вот в такой какой-то принципиальной позиции получается так, что коса на камень находит, да, и вот их бросают в эту печь, раскаленную огнем. Сразу забегая наперед, скажу, что они не сгорели, то есть это то одно из самых больших чудес, которое описывается в Библии, является ангел, Навуходоносор видит собственными глазами. Спустя какое-то время, что в печи, мол, бросили три человека, а он видит четырех. Мало того, четвертый вообще вид его подобен Богу, потому что он весь светится, он весь белый и в белоснежных одеждах. И после того, когда выводят этих троих друзей из раскаленной печи, на них даже и запаха огня не было, как написано в Библии, Навуходоносор опять проникается. Вот этот стих стоит найти. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Синдраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». И далее от него дается еще и повеление, так же, как и с Даниилом, то есть возвысить этих людей, мало того, еще издать указ, чтобы всякий из народа, кто произнесет хулу на Бога, Всевышнего имеется в виду, на Бога, ну, он тогда не разделял это понятие, да, у него был свой Бог халдейский, вавилонский, а у иудеев был свой Бог. Так вот, вот их Бога не обижайте. Кто хулу какую произнесет, то, значит, тех людей стоило наказать самым жестоким образом. Ну, то есть убить и дом его разрушить. О чем здесь идет речь? Хоть мы и зачитали о друзьях, но повторю, что это очень хорошо характеризует также и самого Даниила. Мы снова здесь видим вот этот принцип силы, характера, силы духа, которая причем граничит не с какой-то дерзкостью, а скорее с какой-то мягкостью с той стороны, когда они служат царю. Но когда дело доходит до принципов, то они тверды в этом, в своих убеждениях, и отставят их до последнего. И напоминаю, что люди были достаточно талантливы. Это видно, что они продвинулись далеко. Они могли бы себе позволить многие вещи, так же, как и Даниил. Можно было бы это все списать на то, что мы просто талантливые. Ну, что мало иудеев вышло с Израиля. Почему никто другой так далеко не продвинулся и не поднялся? Что, Господь не с ними был? Что из всех иудеев, из всех евреев только 4 человека он посчитал богобоязненными? А те все евреи, что они? Не служили Богу тайно? Ну, служили. Могли же эти трое-четверо друзей подумать о том, что ну, это мы такие, это мы просто талантливые, это мы такие замечательные, это мы, это я, и возвеличиться в этом всем. И заслуженно пользоваться дарами своих трудов. Но получается, что нет. Вот эта сила, которая одновременно граничила со скромностью, сила духа и характера, которая одновременно граничила со скромностью по отношению к своему личному «я», они как будто бы с одной стороны, играли какую-то роль в государстве. То есть, с одной стороны, Даниил – это начальник волхвов.
С одной стороны, Синдрах, Месах и Авденага – это начальники Вавилонской области. Но с другой стороны, когда надо, когда дело доходит до принципа, это люди, которые показывают себя с другой стороны, играют другую роль, если так хотите, не повинуясь царскому указу, а полностью отдавая все свои какие-то заслуги, регалии Богу и Господу, что это его заслуга. Вот такое необычное несколько проявление силы, духа и характера, не буквально физической силы. Но на этом приключения не заканчиваются. Случается так, что снова снится сон Навуходоносору, другой уже. Валтасар, помним, что Валтасар – это у нас Даниил переименованный, глава мудрецов. К нему обращается Навуходоносор и говорит: «Я знаю, что в тебе дух святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его». И дальше Даниил также растолковывает суть сна, о чем его значение и так далее. Но почему-то стих зачитал, дабы подчеркнуть еще раз отношение Навуходоносора к Даниилу. Вспоминаем, сколько раз уже они сталкивались, что с друзьями, что с самим Даниилом, и каждый раз твердая позиция Даниила, она отсылала Навуходоносора не к его личным заслугам, а к тому, что это заслуги Всевышнего, что он всего лишь проводник, что он всего лишь отражение той силы, которая исходит свыше. И вот Навуходоносор это уже прям и признает. Когда ему приснился сон, и он отправил к Даниилу, то он сразу и говорит, что я знаю, да, что вот в тебе есть дух святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя, и так далее, и тому подобное. И после того, когда, значит, сон был рассказан, Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его». Ну, на самом деле сон был действительно плохой, и он был вещий, он предзнаменовал нелады в государстве Вавилонском. И действительно, если бы об этом узнали заранее враги Навуходоносора, они могли бы с легкостью воспользоваться временной слабой позицией этой страны и с легкостью ее поработить, напасть, разрушить и так далее. Потому что речь шла о том, что достаточно в скором времени Навуходоносор немножко двинется рассудком и в течение 7 лет будет ходить среди полевых зверей и питаться травою земною. Понятное дело, что Даниил мог бы об этом кому-то рассказать. Ну, соблазн велик, согласитесь, находясь в другом государстве, которое поработило твою родную страну, которое вынесло сосуды из твоего храма, единственного великого Бога, ты оказываешься в стране, люди, которые поклоняются каким-то истуканам, и вот выпадает тебе возможность сделать так, чтобы эта страна пала. Велики шансы, что тебя освободят, не лично тебя, а твой народ, и ты сможешь вернуться в Иерусалим и восстановить храм, вернуть его сосуды. И, в общем-то, если ты даже преследуешь не личные меркантильные интересы, а интересы своего народа, а по всему видно, что было, что Даниил, он как раз не из тех людей продажных, то он мог бы этим воспользоваться. Но нет, даже в этой ситуации он ведет себя благородно, честно. Он раскрывает значение сна Навуходоносору, говорит о тех всех событиях, которые предстоят. И снова-таки, что это может сказать о человеке? Он имел силу, власть и возможность поступить так, как он считает, может быть, нужным для своего народа, но он так не делает. Человек обладает этой силой и возможностью, поступает по-другому. Он ведет себя с позиции более духовного человека, если так можно сказать, одновременно сильного и духовного. Не физически сильного, сильного не по положению, а сильного даже в этой конкретной взятой отдельной ситуации.
Ну, я уже сказал, да, что его отлучат от людей, обитание его будет со зверушками. И, значит, Даниил, вот тоже такой косвенный факт, значит, Даниил, он теперь еще и оказывается при дворе, но уже сына Навуходоносора. То есть здесь не идет речь о том, что Навуходоносор умер. Вот он 7 лет был чуть-чуть безумный, потом к нему вернулось все. Он, кстати, воздал хвалу Господу. И далее следующая глава повествует о том, что есть уже у Навуходоносора сын, которого зовут так же, как и Даниил, Валтасар. Ну, напомним, что Даниил – это его родное еврейское имя, а Валтасар – это вавилонское имя. Так вот, у Навуходоносора есть родной сын Валтасар, поэтому сейчас будет некоторая путаница. Но, видать, случились какие-то события, которых Библия умалчивает, и несколько мы потеряли страниц истории из биографии Даниила, его друзей, потому что случается большой пир у Валтасара, сына Навуходоносора, случается страшное событие, из ниоткуда появляется рука, которая на стене пишет какие-то слова. Тут уже не сон страшный, как Навуходоносору снился, а тут прям видение. Причем это было видение во время пира, и не простого пира, а пира, когда были вынесены сосуды, украденные из Иерусалимского храма, и вот таким кощунственным образом Валтасар, жена его и вся свита, все его друзья, вся золотая молодежь, они бухали вино из этих золотых кубков. И вот видя, скажем так, все это неподобие, безобразие, появляется рука, которая пишет некое видение. И все, и дальше ситуация повторяется, так как с Навуходоносором. Волхвы, тайновецы, гадатели, прорицатели ломают голову, не могут объяснить, ничего они не знают, о чем вообще идет речь. И тут жена каким-то чудом вспоминает, что вот еще при твоем батюшке, значит, был некий Даниил, иудей, который очень хорошо разбирался в снах. Стоит его отыскать, прийти, привести, и он должен помочь. Так, сейчас я гляну, есть ли тут что-то важное, на что стоило бы обратить внимание в этих стихах. Вот она говорит, жена, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, видение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Еще раз такое как бы напоминание, намек на то, что есть вот этот Даниил, и не просто вот он такой человек, а отсыл к тому, откуда у него эта сила. То, о чем неоднократно сам Даниил говорил, что это не я такой, да? Я всего-навсего проводник между вот там Навуходоносором и Господом, между ситуацией там и Господом. Я просто, да, обладаю каким-то таким даром, но не потому, что я особенный, а потому что, ну вот Господь так. Опять же, кому удобнее смотреть по-другому, там, скажите, карма такая, да, вот перерождение такое. То есть сейчас я должен так вот исполнить эту карму, свое предназначение на земле, коль мне дарованы эти таланты, коль мне дарованы такие способности, то я их должен для чего-то использовать. И я их использую не в личных целях и в выгоде и интересах, а для блага и служения другим людям. В частности, там, тебе, царь Навуходоносор, враг мой, который украл сосуды из храма. В частности, тебе, Валтасар, сын Навуходоносора, который только что пил из кубков. И, в общем-то, получается, приходит Даниил, и он отвечает, и сказал он царю. Значит, там обещано было, как всегда, 3/9 царство, по полцарства, принцессу в придачу. Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдавай другому, а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему». И он говорит, что царь Всевышний, Бог, даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал и кого хотел, унижал. То есть он говорит о величии царя, о том, что он на земле был подобен Богу и вершителем судеб человеческих. Но
когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей». Вот здесь я себе выделил отдельно вот на поле, что это вот прямое противопоставление Навуходоносор и Даниил. Два человека, я бы сказал, они в какой-то момент оказались в одинаковых ситуациях. Весь внешний мир, все проявление, люди вокруг, сама ситуация, богиня фортуны и удачи, как назвать, так и хотите, складывалась таким образом, что оба были поставлены на чаше весов в равное одинаковое положение. Каждый из них в равный, ну, конечно, Даниил не стал бы Навуходоносором, он бы не пошел завоевывать, но имею в виду, что он мог бы в полной мере воспользоваться всем тем, что было ему даровано, своим положением, своими талантами, знаниями и умениями, деньгами, которые, несомненно, несло это положение. Я сейчас про Даниила говорю. Но он вел себя совершенно по-другому. Он воспринимал те силы, те умения, те дарования, которые у него были, как некий великий дар, которым он обладал, но главное предназначение которых было для чего-то, не для собственно личного возвеличивания. Это вторично. Мы видим, что это происходит непременно, но по-другому быть не может. Но не это главная цель Даниила. Главная цель Даниила – воспользоваться его талантами, его умением читать сны, его какими-то способностями ума, мудрости, и все это сделать для того, чтобы служить другим людям, чтобы разруливать какие-то ситуации, чтобы помогать этим людям и постоянно акцентировать внимание на то, что это не я. Я лишь посредник и проводник, это исходит свыше. И сейчас он, когда он стоит перед Валтасаром, он в противовес говорит у Навуходоносора, но мы видим, что он называет собственную противоположность самого себя. Он описывает его как того, кому весь дан мир в ноги, человек, который мог убивать, либо миловать, который мог грабить, либо кого-то оставлять в живых, и все народы и царства подчинялись ему. Но даже несмотря на все это, в какой-то момент Навуходоносор ожесточил сердце свое, надмился дух его, ожесточился до дерзости, и из-за чего он был низвержен. То есть свое положение Навуходоносор в какой-то момент перестал использовать для блага. Да, это может показаться нам таким, несколько сейчас кощунственным, каким-то таким архаичным, каким-то таким, ну, средневековым, мягко говоря, по той части, что, ну, где Даниила, где Навуходоносор, который убивал, завоевывал и грабил. Но я еще раз говорю, что в этой ситуации человек с его уровнем положения и власти, он, ну, вероятнее всего, не мог поступать иначе. Но как человек, в какой-то только момент определенный, он настолько возгордился и вознес себя, он посчитал, что это я такой великий, это я построил город такой замечательный. И он начал, ну, просто зазвездился, да, мы перейдем к зодиакальным домам, и вот там эта ситуация еще полнее раскроется нам по поводу того, в каком зодиакальном доме находится карта сила. И вот здесь просто два человека, повторюсь еще раз, поставлены в одинаковых условиях, которые могли бы воспользоваться этими условиями в полной мере, но как они по-разному ими пользуются. Один для собственного возвеличивания и для самого себя, а второй для служения другим. Хотя обеим им Бог дарует силу. Помните еще в самом начале, когда мы читали книгу Даниила, это даже мне показалось несколько странным, но стоит вернуться к этим стихам, где прямым текстом говорится, что в третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, осадил его и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского. И еще неоднократно шла речь о том, что Господь как бы дает Навуходоносору то или другое, снова Господь сделал так, чтобы случилось так-то и так-то. Хотя он ему вовсе не служил, но то, что происходило, если это сложно вам понять сейчас в этом разрезе,
Или оно не то, что сложно понять, но как-то в голове не выкладывается, не вяжется. Давайте посмотрим на это с точки зрения кармы, да, вот, которая одинаково действует для всех. Неважно, веришь ты в Бога, в Аллаха, в Будду или вообще никого не веришь. Это просто как причинно-следственная связь, как закон всемирного тяготения, как то, что непременно будет происходить. И вот два человека оказываются в, повторюсь, похожей и схожих ситуациях, только один свои таланты, которые ему дарованы, использует, в конце концов, для того, чтобы вознестись и возвеличиться, а второй для того, чтобы помогать другим. И там возложена большая миссия и большая ответственность за то, что тебе далось. Ты не кривой, не хромой, не слепой, не убогий, не тупой какой-то. Тебе очень много дано, свыше того, что есть у твоих соплеменников. И то, как ты этим воспользуешься, от этого очень много зависит. Я не просто так говорю эти слова, это очень хорошо будет перекликаться и с зодиакальным домом, и с картой силы. И далее он продолжает, когда вот он ему сказал, да, о его отце, Навуходоносора. Он говорит: «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа и небес, и сосуды его принес к себе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных», ну и так далее. В общем, ситуация понятна. То есть он говорит, ты знал об этой ситуации, вот прям повторение ситуации, что с Навуходоносором было, не научился ничему Валтасар, сын его, на его примере, хотя там на его глазах было, он рос, он это видел, он слышал об этом. Невозможно было об этом не слышать, когда всех волхвов уже в который раз пытаются убить, наказать, и Даниил разруливает ситуацию, он объясняет значение, он потом видит, что так и происходит, как сказал Даниил с его отцом, что он превращается в безумного. И несмотря на все это, он нисколечки, в голове у него не щелкает, что может нечто такое подобное повториться со мной, и он из этих бокалов пьет, как из бокалов, из кубков пьет вино, прославляя истуканов и каких-то деревянных богов. Но стоит отдать должное Валтасару в данной ситуации, что несмотря на то, что Даниил принес плохую весть, а мы знаем, что те, кто приносит плохую весть, их очень часто могли и убить. Но, тем не менее, по велению Валтасара облекли Давида в багряницу, возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его ни много ни мало третьим властелином в царстве. Ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. То есть буквально тут же исполнилось то, что на стене смог прочесть Даниил, что нападет медоперсидский царь и отнимет у тебя у Вавилона царство. Так и случилось. И он назначает Даниила третьим в своем царстве. Понимаем, скорее всего, что до сих пор Навуходоносор остается жив. Также есть Валтасар, сын его. И он назначает Даниила третьим. То есть насколько снова превозносится Даниил во всей этой ситуации. Сколько снова судьба ему дает, если вы хотите, то облагодетельствует его с одной стороны, а с другой стороны дает ему испытание. А может быть, Даниил подумает в этот момент: вот, наконец-то приходит тот самый долгожданный момент, ради которого я жил всю жизнь, а он уже не молод в этот момент. И наконец-то именно сейчас, когда я третий в государстве, я могу по праву взять то, что не то, что мне принадлежит, то, что я заслужил, и помочь своему народу или помочь себе. Я ведь так много служил Господу. Почему бы уже немножко не отдохнуть? Как дальше мы узнаем с вами, не случилось этого. Приходит третий царь уже на жизни Даниила, третий правитель. Был Навуходоносор, Валтасар, теперь завоеватель и иной совершенно человек. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, и над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Видим, да, приходит новый царь, завоевал, убил Валтасара. То есть это совершенно другое государство. Получилась та ситуация, которая была, когда
Набухоносор завоевал Иерусалим. Теперь Вавилон завоеван медоперсидским царем Дарием. И даже в этой ситуации, понятно, что тут пишется, как будто бы это один день. Понятно, что это не произошло в первый же день. Спустя какое-то время он разузнал, кто, как, откуда, почему, что, зачем. Может быть, поговорил, пообщался и понял, и увидел, что вот этот человек достоин того, чтобы управлять государством, как минимум его какой-то частью. И он назначает его среди числа трех князей, которые будут управлять его делами. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял его поставить над всем царством. Вдуматься только. Царь думал о том, а не назначит ли мне Даниила вторым человеком после себя. Ну, первым человеком, вторым человеком в государстве, первым после себя. Это должно нам еще раз раскрыть характер Даниила. Вдумайтесь, в какой ситуации оказывается человек. Представьте себе на сегодня самую могущественную страну, причем некую такую, какую-то, может быть, автократию, то есть где все подчинено какому-то одному правителю. И вот рядом с ним есть второй человек, который ведет себя до сих пор, ведет совершенно по-другому, который не пользуется всеми теми благами, которые на него снисходят, который постоянно ситуацию пытается разрулить во благо даже его врагов, но с позиции не своего таланта и силы, а с позиции того, что это сверху, свыше нисходит, для того, чтобы я помог, а ты мог научиться чему-то. Навуходоносор или Валтасар. Подумай о своей карме, подумай, может быть, ты плохо поступаешь. Переосмысли. И все по-другому завертится, закрутится. Даниил, тогда князья, когда Дарий захотел поставить, помышлял о том, чтобы Даниила поставить после себя, тогда князья и сатрапы начали искать предлог к обвинению Даниила по управлению царством. Но, увы, никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось на нем. В чужой стране человек живет в стране с чужой верой. Страна, которая второй раз уже завоевала, третий царь на его счету. И даже несмотря на это, он одновременно может играть роль верного мужа этому государству и верного раба своего Господа. О ролях тоже поговорим в зодиакальном доме. И тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакой... я тоже прочитал. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, и если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи». Все князья и царства, наместники, сатрапы, советники, в общем, там такой длинный перечень. Значит, нужно, чтобы было издано царское повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить кого, какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить львиный ров. То есть они пошли на такую хитрость. Они взывали к величию царя, они сыграли на его чувстве собственничества, на его чувстве лидера такого, вождя племени. Вот, мол, ты царь, только тебе нужно поклоняться, только у тебя просить. Если у кого иного, то давай, мол, такого человека накажем. Почему так, да? Потому что, ну, ты же эту страну завоевал, да? А вот как сейчас вообще выявить? А кто верен тебе, кто не верен? Как выявить предателей? Ну, что такое 30 дней? Ну, 30 дней вообще ничего страшного, да? То есть, кто верен тебе, то он на самом деле, ну, как бы продержится. Не упадет с его головы корона, и Бог там какой-то не забудет об этом человеке, да? Но вот тут и проявится истинная верность. И вроде как бы Дарью кажется, ну да, вроде идея неплохая, действительно, надо такой указ издать, подписать. Что он, собственно, и делает. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой,
Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. Ну, имеется в виду против Иерусалима, но, условно говоря, если Иерусалим был на востоке относительно Вавилона, то вот окна выходили на восток. То есть он не мог видеть физически сам Иерусалим, но в ту сторону были окна обращены. Почему? Потому что там был храм. И хотя он мог молиться Господу где угодно, но вот ему так было приятнее, потому что он мысленно хотел вернуться на родину, он хотел восстановить государство, он хотел вернуть сосуды храма. Об этом позже мы узнаем, это такой небольшой спойлер. Его были окна открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. То есть ничего в этом плане у Даниила не поменялось. Страшно жестокий указ. Знаем, плавали, проходили, такое уже было. Что делать будем? Ничего делать не будем. Третий человек, он мог как-то повлиять на эту ситуацию. Он мог подойти к Дарию и поговорить прежде, да, царь? Ну, как бы ты же не просто так мне назначил, ну, не последним человеком в государстве. Вот так-то и так-то, да, вот такая-такая ситуация. Мне кажется, что мне хотят просто подсидеть, и нет, он этого не делает. То есть вот в данном этом случае поступает как человек принципиальный и, опять же, как человек с какой-то сильной позицией. И он рассматривает вполне возможно то, что с ним происходит, как очередное некое испытание. Ровно ему, Господом, судьбой, кармой, как хотите, так и называйте, которое он хочет пройти, так как считает правильным. Понятное дело, что его увидели, да, окна были открыты, он молился, его увидели. Настучали, указали царю на то, что есть закон медян и персов, и этот закон не допускает изменения. Они подловили царя на том, он не знал, что они подсиживают Даниила. Конечно, он опечалился, но было поздно. Царь услышал это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дом, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Видим, ситуация неприятная. Царь понимает, что его обманули. Видим, что он очень хорошо относился к Даниилу, возможно, даже считал его очень своим другом. Явно он теплее к нему относился, чем Навуходоносор и Валтасар. И даже как-то хотел эту ситуацию разрулить, спасти. Может быть, тут так ярко красочно не описано, но коль ему вельможи даже указали, что не может быть царский указ изменен по закону медян и персов, не велено так. Коль они ткнули царя этим, то ситуация была непростая, был, видать, какой-то даже конфликт. Но это так, скорее нам больше говорит о дружбе между Даниилом и Дарием, и с одной стороны, с другой стороны, раскрывает нам также, как и человека самого Даниила. Но давайте дальше, что же происходит? Поутру царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и оградил и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Вот тут стоит сделать паузу. Давайте поразмышляем об этом с точки зрения нас, обычных людей. Коим и был Даниил. Обычный человек. Это не Иисус Христос, Бог во плоти. Обычный человек. Да, начитанный, да, образованный, да, мудрый. С одной стороны. Но с другой. Человек с положением в обществе. Непременно очень состоятельный и богатый.
облеченный властью, силой, славой, в конце концов, талантами. Только он мог читать сновидения, толковать сны, разговаривать с правителями наравне. И случается неприятная ситуация. Он не был неверен ни Дарию, ни предыдущим царям. Он всего лишь хотел служить Господу, так как он считает это важным. Опять же, если вам трудно это воспринять, он хотел поступать по своим высоким моральным принципам, как он считает, он должен прожить жизнь, и пользоваться своими дарами и талантами так, как он считает правильным, на благо других людей. И тут случается ситуация, его по большому счету подставляют, и царь ничего не смог сделать, хотя, ну мог бы, да, ты же завоеватель великий, мог бы ты что-то сделать. И на следующее утро, когда он приходит и зовет Даниила, и Даниил вместо того, чтобы огрызнуться и сказать ему, он в даре даже врага не видит. Он ему говорит приветствие обычное, вот это несколько величавое, но традиционное для царей. Царь вовеки живи. Да, Бог меня спас, я перед ним чист оказался, и перед тобой я тоже чист. Но это нам больше говорит еще раз о Данииле, о человеке, который был очень высоко развит духовно и морально. Человек, который обладал по-настоящему внутренней силой. И вот здесь мы сейчас видим ситуацию, которая как раз изображена на гравюре Дере, она изображена на карте Сила. И мы теперь понимаем, о какой силе идет речь. С одной стороны, здесь много львов. И, конечно, можно отнести это все к традиционному описанию визуальному карты, восприятию, там, где изображен лев. На некоторых колодах этому льву раздирает пасть, как Самсон, например, на карте Уэйта. Здесь такая более мягкая версия. Девушка, наоборот, закрывает ему пасть такой женской силой. Здесь же мы с вами читаем о Данииле, и мы услышали о Данииле как о сильном человеке. И это, конечно, все выглядит как чудо необычайное, как то, что Господь спас Даниила от пасти львов. Но, читая все это, мы видели вот эту самую силу, скрытую в Данииле, которая постоянно проявлялась в разных ситуациях, о вот этом огромном потенциале, о неисчерпаемой энергии, о твердости его духа, уверенности в том, что он правильно поступает, что он чист, он не знал, спасет его Господь или нет. Это не обязательно, ведь мы все знаем примеры, и Даниил это знал, и до него, и после него, которые были, когда не спасал Бог своих христиан или своих рабов, своих служителей, хотя они были также верны и чисты ему. По какой причине он сейчас спас Даниила, а тех не спасал? Неужели Даниил был менее безгрешен, чем те? Не суть в том, чтобы сейчас их как-то разграничить, дабы возвысить, возвеличить Даниила как более чистого и безгрешного, ибо нет таких людей. Но явно что-то он смог в себе развить такое, что должно было послужить примером для всех предыдущих царей, а я уверен, что эта мола разносилась очень широко, и не зря именно это событие также освящено в Библии, и мы можем о нем читать спустя много тысяч лет. И стоит об этом размышлять глубже и полнее, какие же качества смог развить в себе Даниил в течение всей своей жизни, от момента, когда его забрали в рабство, может быть, несколько раньше, когда он еще был в Иерусалиме, и когда он уже в преклонном возрасте. Да, здесь он таким не показан, но на самом деле Даниилу здесь должно быть около лет 70 по подсчетам. То, что он, может быть, брил бороду и хотел больше походить визуально на... Хотя персы, мне кажется, так же, как и вавилоняне, должны были носить бороды. То есть это не Римская империя. Ну, почему-то так его автор изобразил. Изобразил и изобразил. Не в этом суть. Суть его характера, суть в той силе, которую он развил в себе, которую он проявлял неоднократно. И когда случается очередная вот такая вот ситуация, которая и стала легендой, стала вот такой вот уже притчей, если хотите, и темой нашего сегодняшнего урока, он смог эти качества развить и проявить в полной мере. Есть ли тут что еще дополнить по поводу описания?
Ну, только то, что те люди, которые на него ябедничали, они понесли наказание и были брошены в ров. И, конечно, никто их не спас. Единственное, что вот можно зачитать еще последний стих из этой главы, что Даниил, это уже все закончилось, уже даже забылось, Даниил благоуспевал и в царствовании Дария. Мало того, и в царствовании Кира персидского. То есть после Дария будет еще один царь Кир, и тогда он тоже преуспевал. Четыре царя. Четыре царя, длинная жизнь у Даниила, очень много трудностей и испытаний, еще больше. Трудностей и испытаний, имею в виду что-то такое прямое, угроза смерти, какие-то заговоры, какие-то посягательства на его здоровье. А с другой стороны, очень много соблазнов. Соблазны славы, соблазны денег, соблазны власти. Это все то, что было у него. И это не то, что оно как сквозь пальцы где-то так ускользало. Ему давали в руки, говорили, на, бери, пользуйся, ты этого заслужил, ты этого достоин. Он либо отказывался вежливо, либо не пользовался. А если и исполнял свои обязанности, то даже так, что не было его в чем уличить, ничего они не могли найти. И думали, сидели, ломали голову и поняли, что единственная зацепка, это вот надо там искать какие-то возможности, которые граничат с его религией, с его убеждениями, с его принципами, если хотите, да, с Богом его. Вот только там можно. И вот докопались, да, нашли суть. Но, как мы видим, неудача их постигла в этом. Ну что ж, давайте тогда мы перейдем с вами, знаете, куда? Давайте мы с вами сразу же заглянем, мне кажется, логично будет сейчас в значение перескочить и даже перейти в пятый дом. Пятый дом – это у нас то, что проходит по карте сила. И вот посмотрим, что здесь у нас проходит. Пятый дом, напоминаю, это у нас лев. В общем-то, он и здесь. Визуально две карты очень похожи. С той лишь разницей, что здесь конкретный персонаж и события несколько иного рода, но было бы совершенно непонятно, если бы вот просто взять и зачитать вот эту короткую историю, что вот он брошен был в эту яму, и Господь закрыл пасть львам, и он был спасен, мы бы вообще ничего не поняли о Данииле. Мы бы не поняли о вот этой его длинной жизни. И что вообще за этим стоит? И какой путь был пройден этим человеком? И какие качества он в себе смог развить? Что мы должны понять? Что вложено в понимание силы? Давайте читать, что у нас же входит в пятый дом. Символические управители – это Лев и Солнце. Кульминирует Плутон в заточении Уран, Сатурн в падении Меркурий. Не спрашивайте, о чем это может говорить. Не силен я в астрологии настолько, чтобы, кроме того, что Лев и Солнце, да, Солнце – это у нас то, что, в общем-то, планета, которая у нас все ярко освещает, планета, которая связана с понятием осознанности, сознания, разума, открытости, ясности, творчества, ну, в общем-то, вот всего такого, да. А вот что уже там в заточении Уран и Сатурн, в падении Меркурия, тут я не скажу. Огненные дома. Первый, пятый и девятый. Да, это то, что у нас соответствует масти жезлы в картах Таро. То, что соответствует у нас знакам зодиака Лев, Овен и Стрелец. То есть, эти огненные дома, их три. Это первый Овен, пятый это у нас Лев и девятый это у нас Стрелец. Представляют различные ипостаси «я человек», да, потому что «я» по Овну и «я» по Льву – это будут разные «я», так же, как и по Стрельцу. И сразу забегая наперед, по-моему, я там особо это нигде не выделял, но помним, чтобы нам полнее прочувствовать и дополнить пятый дом, стоит обратить внимание на противоположный дом. Противоположный дом – это одиннадцатый, это у нас будет Водолей. Вот стоит принимать во внимание этих две противоположности и взаимное развитие этих двух домов, ну, точнее, один, прокачивание развития одиннадцатого дома будет улучшать пятый дом, потому что по одиннадцатому дому, Водолей, там идет больше альтруизм, служение другим людям. Ну, наверное, это главное, да, что нам стоит выделить. Читаем.
В отличие от первого дома, определяющего личность человека, существующего независимо от мира, я такой вот прекрасный, я родился в этот мир, я Овен, любите меня, несите меня, качайте меня. Вот он я, явлен миру. Так вот, в отличие от этого я по первому дому, у нас появляется иной образ, когда человек ставит между собой и внешним миром в процессе взаимодействия с ним. То есть это по пятому дому уже проходит внешнее «я» или образ, один, либо их может быть несколько, образ, роли, тут называйте как хотите, мы дальше будем роли тоже включать, которые человек уже ставит между собой и внешним миром. То есть это уже «я», но не оторванный от всего, а «я» в этом мире. То есть вы уже понимаете, что «я» — это личность определенная, но в контексте чего-то. Вот это и есть пятый дом, если так грубо, совсем грубо. Внешний мир вторичен по отношению к человеку. Но существование и подробности окружающей реальности уже имеют большое значение, и внешний образ «я» выбирается в соответствии с ними. То есть да, по этому дому внешний мир не становится на первое место. Помните, как у нас было в седьмом доме, там, где мы говорили о весах, и причем о весах в такой прокачанной четвертой стадии, когда врагов как таковых вообще не существует, когда человек воспринимает всех врагов как проработка своих каких-то внутренних триггеров, каких-то своих внутренних ключевых моментов, то и воспринимает он вторую сторону выше себя, то здесь нет. Здесь, и помните, там шла речь о том, что «я» идет фоном, а вот вторая сторона как раз главная. В пятом доме не так. В пятом доме внешний мир все-таки вторичен, он идет больше фоном, а акцент все равно идет на человеке. Но каждый раз, когда внешний мир меняется, человек имеет другой образ, примеряет другую роль и ведет себя по-другому. Но это не ситуативное поведение, это глубокое поведение, это как роль. Вот это вот слово «роль», представьте себе сразу актера-актрису, очень умелого. Ну, не актер, а актриса в смысле негативного значения, когда человек не является тем, кем он есть на самом деле, он кого-то играет. Нет. Когда человек может вжиться в роль настолько в данной ситуации, что ты не отличишь его и он себя. Обо всем по порядку. Пятый дом подразумевает определенное отчуждение человека от того образа, в котором он в данный момент находится. Типичный пример. Детские ролевые игры «я буду мамой, а ты дочкой». Пока идет игра, включается пятый дом. Мама воспитывает дочку, укладывает спать, дает игрушки, реагирует в рамках своей роли. В частности, терпит обращение, которого не потерпела бы вне игры. Но как только игра нарушается и пятый дом выключается, также ситуация мгновенно переосмысливается и может стать, например, невыносимо обидной, разряжаясь слезами, тогда включается первый дом, или дракой, седьмой дом, то есть когда появляется у тебя какой-то враг, да, тут уже смотря какая ситуация включится. То есть такой вот простой пример, который нам раскрывает чуть полнее пятый дом и то, как человек в нем себя проявляет. Вот в самом таком простом примере. Ролевые игры детей. В дочки-матери давай поиграем. Или там в казаков-разбойников. Когда одни представляются казаками, другие разбойниками и примеряют на себя роли. И все, что мы знаем о роли одного или другого человека, мы на себя охотно примеряем и как бы немножко становимся в сторону. То есть вроде как бы это я, но немножко не я. Понятное дело, что такие роли каждый из нас может примерять ежедневно, многократно. И в течение жизни таких ролей или образов у человека может существовать несколько. Об этом дальше. Пятый дом управляет творчеством человека. Помним по солнцу, творчество. Вынашивание замысла. То есть это не сам процесс, потому что сам процесс идет больше по шестому дому, а это вынашивание. То есть тут идет очень тесно с творчеством. Когда человек ходит, он там какие-то делает записи, зарисовки, наброски. Именно вот процесс, вот сам процесс творения, созидания. То есть еще не технически человек сел уже рисовать картину, например, да, либо лепить скульптуру, а вот сейчас он в процессе создания. Вначале же нужно все в голове создать, все это родить внутри. Соответственно, процесс
про истекание беременности проходит тоже по пятому дому. То есть это еще не сама беременность, а именно, в смысле, не само рождение, а именно процесс вынашивания ребенка, как потом готового результата. Поэтому по беременности, по пятому дому также беременность. Также проходят и дети, но как результат творчества, как процесс их воспитания детей. То есть как работа тоже над ними. И далее мы разберем пятый дом на четырех уровнях разной степени проработки. То есть первый уровень будет самый низкий, четвертый самый высокий. То есть как бы вершина того, что человек может развить в себе по пятому дому. Либо в ситуации какой-то. На первом уровне проработки пятого дома человек не отделяет его от первого. То есть это будет все очень похоже на первый дом, на Овна, в том смысле, что есть я, и в принципе мира вокруг не существует. Такой самый-самый будет примитивный простой уровень. Пример с голым человеком, то есть когда человек абсолютно голый, он ходит вокруг и ведет себя так, как будто бы он один, и никто не должен подозревать и думать вообще о том, что это человек без одежды. Потому что он мира вокруг не ощущает и не чувствует, и не придает этому значения. Есть я, и все. Ну, соответственно, переходя дальше по ступенькам выше, то есть появление одежды и одежда, которая все больше и больше должна отыгрываться и соприкасаться с окружающим миром, будет повышать нас от первого до четвертого уровня. То есть имеется в виду, что четвертый самый прокачанный уровень – это будет тот уровень восприятия, тот уровень создания нами такого образа, чтобы его другие воспринимали как отдельную личность. На втором уровне проработки пятого дома человек умеет, хоть и с трудом, но эпизодически воплотиться в несвойственный ему образ и некоторое время отчасти неуклюже в нем походить. То есть уже человек понимает, что не только я есть вот такой, я могу создать еще копию себя, сделать какой-то образ на время, который, ну, человеку не свойственен, нетипичен. Потому что все, что свойственно типично, то, что как бы от рождения, это по большому счету будет первый дом, когда ты вот находишься, я говорю, как голый человек, да, и все, ты вот таким родился, и ты таким будешь ходить всю жизнь, и тебе, в общем-то, не то, что плевать на всех остальных, ты не знаешь даже о их существовании. А если и знаешь, то, ну так, в смысле, глазами видишь, а по большому счету не воспринимаешь это адекватно. Так вот, на втором уровне ты уже можешь какой-то образ худо-бедно на себя примерить. Придает уже некоторое функциональное значение своей внешности, то есть ощущает ее влияние на тот образ, который он создает. Внешность тут не обязательно, ну, конкретно одежда, это могут быть любые внешние проявления. То, что человек говорит, то, как он говорит, как он одевается, что он пьет. И в целом любой образ, мне вот кажется, здесь очень хорошо постоянно проводить параллели с кинематографом. Постоянно представляйте себе уровень актера от какого-то полного ничтожества и бездарности до величайшего таланта, когда вы, узнав истинную биографию этого человека, которого вы всегда знали по ролям там, Энтони Хопкинса, как вот такого, да, вы, да ладно, не может быть, что действительно, а он на самом деле и вот такой, и такой. Давайте постоянно себе в голове держать вот эти вот роли и уровень создания того образа с помощью внешних атрибутов и манеры поведения, чтобы нужным образом влиять на окружающий мир, на окружающее пространство, на других людей, на ситуацию. На третьем уровне проработки пятого дома человек полностью отделяется от внешних образов своего «я». И главный вопрос звучит не «что я должен делать», а каким я должен быть? То есть человек, еще раз, он способен полностью отделить свое «я» и новый созданный образ. И тогда уже возникает, не то что возникает, а скорее человек отвечает на вопрос, не что я должен делать, что я должен делать, а каким я должен быть. То есть хочешь, я могу сегодня стать... в дочке-матери, если мы играем, я могу стать дочкой. Да? Если бы казаков разбойник, я могу стать сегодня казаком, а завтра разбойником. В равной степени. Что я должен делать, да? Ой, в смысле, каким я должен быть? Да, не что я должен делать, каким я должен быть. Вот таким, окей, я знаю, что этот образ входит, и человек умело создает этот образ.
Образы выступают в роли удобных инструментов. Вот на третьем уровне эти образы выступают в роли удобных инструментов, с помощью которых человек взаимодействует с этим миром. И когда это говорю, вы себе мысленно соотносите себя с Даниилом, со всей его жизнью. Вы думаете об этом тоже. Не зря же мы о нем столько времени читали. Это уровень профессиональных актеров, но и обычные люди умеют произвести сильные впечатления без особых личных усилий, если они используют соответственную одежду, макияж и украшения, фактически как магические средства. Очень хорошие актеры, мастера своего дела, актеры, особенно актрисы даже, вот по этой карте будут проходить, потому что, ну, это их профессия. И они способны вживаться в эту роль, и мы видим совершенно другого человека, не просто человека. Порой мы можем увидеть созданный образ. Человек может быть совершенно другим. Я вспоминаю, если кто, может быть, из вас видел сериал с Эркюлем Пуаро, там, где играет его Дэвид Суше. Так вот, когда-то я смотрел небольшую передачу, где ему были, этому сериалу, присужены ряд наград, и в том числе, как признание за лучшую роль Эркюля Пуаро в виде вот этого Дэвида Суше. То есть он настолько смог вжиться в этот образ, что это была лучшая экранизация и лучшая передача этого героя. А отсюда вы уже можете, ну, подумать, что человек для этого должен был сделать. Там определенная походка, какие-то привычки, то, как он внешне выглядит, какой-то акцент, манера говорить, вести себя, какие-то жесты. В общем, нужно было создать целый образ. Не просто сыграть роль, а создать целый образ. И, естественно, человек, пока снимался в этом сериале, он вел себя аналогичным образом и дома. И родные его замечали, что он порой не мог отделаться от того образа, и он мог выступать в образе Эркюля Пуаро, а не настоящего Дэвида Суше, да, вот там, отца нескольких детей, мужа своей жены. И обычные люди. Обычные люди, используя внешние атрибуты, макияж, почему я заговорил о девушках, да, украшения, потому что девушкам на сегодняшний день, мы не во Франции 17 века, 18 даже, законодателями моды тогда были мужчины, сейчас больше, это касается девушек, у них больше аксессуаров, больше атрибутов, больше возможностей перевоплотиться. Я думаю, вы все знаете, сейчас в голове у вас всплыла куча образов, когда вы видите, как девушка в течение фильма может принимать на себя до 10 различных образов. Она в один вечер может выглядеть вот так и вот так. И обычно там мужчина, у них просто отпадает челюсть, особенно когда девушка из какой-то... кого там? Из гадкой какой-то лягушки превращается в прекрасного лебедя. Нет, какое-то не то сравнение. Ну, в общем, вы понимаете, да, какое-то вот это превращение из красавицы и чудовища, да, вот, и из чудовища в красавицу. Из лягушки в Василису прекрасную. Или Елену Премудрую, не помню. Такое ощущение, что я кого-то обидел. Ну, макияжем можно пользоваться по-разному, на самом деле. Так, и в искусстве, если мы говорим о третьем уровне прокачки пятого дома, это уровень элиты, и создаваемый автором образ может существовать уже отдельно от самого автора. Мало того, этот образ может открыть окно в новое какое-то пространство, в новый мир. И неважно, это кинематограф, это написанная картина, это сделанная скульптура, или какого-то иного вида творчества, хотите, я не знаю, там, новый канал на Ютубе. То есть вот не было раньше такой ниши. Человек что-то сделал, он сделал какой-то образ. Он создал канал с помощью образа или образов, если там несколько есть людей. И он просто сделал новую нишу на Ютубе. Он сделал, ну, давайте предположим, вот поделки своими руками. Вот до этого ролики были там на Ютубе, все, которые касались... я не знаю, там, сферы чтения книг, и новости, политика,
обзоры автомобилей, DIY-инструменты там какие-то. И тут новая ниша, когда девушка своими руками делает, предположим, там какие-то украшения, да, вот там, бижутерию. Нигде еще такого раньше не было, и она мало того, что просто делает своими руками, она еще может создать некий какой-то образ, который, получается, существует отдельно от нее. Почему? Потому что это уже искусство, мы говорим сейчас про искусство, то есть она создает нечто, что-то, какую-то нишу, может быть, даже отдельную, когда ее эти украшения воспринимаются независимо от ее образа. Уже совершенно не важно, кто это создал, есть просто вот такое какое-то украшение, либо есть там какой-то YouTube-канал, который мало того, что засасывает туда людей, другие начинают его потом копировать, тиражировать, имеется в виду перенимать опыт, на этом учиться, углубляться, расширяться и так далее. Аналогичная штука происходит и с живописью. Если мы возьмем какого-то из первопроходцев, не в буквальном смысле, а когда он создает шедевр очередной, и всех это настолько поражает, все начинают просто углубляться, и их это затягивает в эту картину. Естественно, появляются те, кто может захотеть скопировать подобный стиль, либо подобные картины. Появляются те, кто хочет чему-то научиться в этом, то есть постичь какую-то глубинную духовную истину. Ну и немножко, конечно, замыливается со временем такой образ, то есть требует потом он какого-то оживления в чем-то новом. На четвертом уровне, как самый такой прокачанный, пятого дома, человек может воплотиться практически в любой образ. С полной для зрителей достоверностью, причем не только внешне, но и эмоционально, и ментально, что дает ему в первую очередь возможность непосредственно ощутить другого человека. То есть такой получается некий уровень уже эмпатии, я бы сказал. Когда человек действительно не только внешне, вот тут даже что-то граничит с раздвоением личности. Когда смотришь какой-то сериал про, почему-то очень часто это говорится о маньяках, когда может существовать две личности, о которых, почему маньяки, потому что они зачастую могут и не знать о существовании один другого. Только доктор потом может определить, что у этого человека есть две разных личности. В этом случае отличный фильм будет с... Вот это да, адвокат, как же его, Ричард Гир, а как фильм называется? «Животная страсть», вот не уверен. В общем, с адвокатом Ричардом Гиром, и там как раз образ был, там был в этом фильме, кстати, дебют еще одно замечательное имя, которого я не помню. Ладно, не вспомню. Я не вспомню имя этого тогда еще молодого актера. Эдвард Нортон, вспомнил, да. Вот там был его дебют, и где он играет прислужника в католической церкви, которого зовут Аарон, есть он как подозреваемый, и есть другой подозреваемый, который более очевидный, как второй подозреваемый, которого зовут не помню как. Так вот, в конце фильма выясняется, не в конце, в середине фильма выясняется, что это... Две личности одного человека. Конечно, там пример негативный, потому что этот человек убил другого. Но мы говорим о том, что это вот по четвертому дому, если не брать в пример, что это может быть заболевание у человека, а просто уровень его переключения с одного образа, с одной роли на другую, вот так и может выглядеть. Это человек с другим мировоззрением, с другим уровнем какого-то восприятия мира, воспитанием. Этот тебе симпатизирует и проникается к тебе, а вот этот другой нет. Этот твердый, жестокий, а этот мягкий и, не знаю, там какой-то любвеобильный, теплый, приятный, домашний, уютный. Это могут быть разные люди, разные образы, которые существуют друг от друга отдельно. И человек их с легкостью одевает, как одежду, как костюм. Вот сейчас он хочет поиграть в баскетбол, одевает он кроссовки и спортивные какие-то штаны, и тут же он может быть в деловом костюме, с галстуком, бабочкой, во фраке, на скрипке играть и так далее. Еще один сериал вспомнил, не помню его название, поэтому даже и в пример приводить не буду. Тем более он такой древний, его уже, наверное, лет 20, как нигде он мне не попадался.
но там вот как раз был пример человека. Не помню, вот это явление, вот эта способность человека перевоплощаться в кого-то, вживаться в роль кого-то, она имеет какое-то название. Вот там, как подражатель, да, и человек, он каждый серий он был кем-то новым. Кстати, вот кто такой же древний, как я, он помнит сериал с Дунканом Маклаудом, «Горец» называется. И мне нравилось тем, что в каждой серии, человек почти в каждой серии, Дункан Маклауд, он возвращался в прошлое, ну, в смысле, нас возвращали в его прошлое и показывали, как он выглядел там в какой-то ситуации 100, 200, 300, 500 лет назад, ну, потому что он много уже лет жил на Земле. И вот, конечно, вот это как раз и была нам показана способность льва на четвертом уровне прокачки выглядеть по-разному в разных ситуациях, по-разному. Хотя там были в большей степени какие-то внешние атрибуты. Если копнуть в глубину, то ты увидишь, что человек и там, и там, и там, и там вел себя одинаково, похоже, как Даниил, кстати, да? Был один царь, был второй, был третий. Он был то там вначале отроком, то потом он был там хорошим учеником, потом он был там начальником волхвов, потом он был там в третьем государстве, потом он был первым среди трех князей. Вот каждый раз у него какие-то роли могли меняться, но что-то в нем было общее. Что-то постоянно, если вот как авторский почерк, да, если мы говорим, помните, что по четвертому уровню идут вот эти вот картины, или это по четвертому, идут картины, которые как шедевры, как и чаще всего эти шедевры, кстати, отличаются друг от друга. Они не похожи на серию, они не похожи на череду, они разные, как будто бы человек совершенно вообще что-то хотел тебе разное показать. И только очень пытливый ум и зоркий глаз может найти в них какой-то, даже не то чтобы почерк, что-то такое, что их объединяет. Опять мне почему-то отсыл идет к маньякам, серийные убийства, как очень часто детективы в процессе расследования пытаются связать, что вот эти все 10 убийств связывают, чем они объединены. Порой они могут все быть разрозненными, ничем они не похожи, не подпадает ни под какую там шаблонность, и их задача найти вот эту вот какую-то ниточку, которая их связывает. Так вот, по четвертому дому проходит вот эта вот индивидуальность, особенность, когда каждый шедевр, каждая картина не похожа на предыдущую, и только можно слегка совсем увидеть какую-то связь. Вот у Даниила было нечто похожее, то есть какие-то внешние образы, которые отличались друг от друга, но что-то их все время связывало. Мы знаем, что, да, верность Господу, верность своим принципам. Но почему мы знаем? Потому что это записано в Библии. Но живя с Даниилом, видя его как человека, каждый день с ним общаешься, говоришь, не сталкиваясь в течение всей жизни, на секундочку, там, 70 лет, да, устанешь сравнивать эти все ситуации, то вот эта ниточка там существовала. Так, я, по-моему, на что-то отвлекся, на чем-то я остановился. Да, по поводу того, что человек на четвертом уровне может воплотиться практически в любой образ с полной достоверностью для зрителей, настолько, что он не только внешне, но и внутренне вживается в роль и эмоционально вживается в роль, то есть становится другим человеком, по большому счету, другим человеком просто. То есть это, если уже мы говорим об каком-то актере, то таких актеров будет среди голливудских звезд, ну, буквально на пальцах одной руки можно будет посчитать. Люди, которые смогли или могут там до сих пор перескакивать из роли в роль, так что у тебя не отпечатывается образ того, что, ну, если это... Почему мне все приходят в голову актеры, которые как раз не копируют свои роли? Типа Тома Хэнкса, например, да? Вот у Энтони Хопкинса роли похожи. Он все время такой человек, умудренный опытом, спокойный. Либо Ричард Гир, у которого тоже роли похожи, который все время куда-то бежит, который все время кого-то спасает. И мне сейчас сложно вот так вот сходу с наскоку вспомнить человека, который обладает талантом. Ну, понятно, тут же еще и проблема и того, что таких героев может преследовать актеров, преследовать роль героя, когда никто другой не хочет в нем никого видеть, кроме как именно вот этого персонажа.
Ну вот Уилл Смит, что-то для меня видится таким разносторонним, он может сыграть и драматическую роль, может сыграть в боевике, может сыграть любящего папу, может сыграть там какого-то оторву. Ну, в общем, я думаю, вы в себе в голове можете там тоже что-нибудь вспомнить. Пятый дом стоит над отцом, да, вот мы сейчас представляем ситуацию, который наказывает своего ребенка. И вот ему нужно сейчас показать гнев. Это не тот отец, который, вот он сидел, читал газету, а рядом бегал ребенок с какой-то игрушкой, с танчиком, и ему по пальцу этим танчиком хрясь, и батя подпрыгивает, газету бросает, и ребенку сразу подзатыльник полепил. Нет, это не тот пятый дом. Пятый дом на четвертом уровне – это когда отец приходит домой в хорошем настроении, все замечательно, и он видит какую-то ситуацию плохую. И у него не возникает никакого гнева внутри. То есть не разбили его, не знаю, там, любимый какой-то компьютер, или ребенок не сломал то, что принадлежит лично ему. А если и сломал, то, ну, в общем, еще раз, ситуация, которая просто требует отцовского вмешательства, но не вызывает у человека лично каких-то эмоций. И ему нужно сейчас сыграть роль строгого, может быть, злого папу в гневе. Вот у меня, кстати, такая ситуация была несколько раз с моими котами. Да, может быть, не совсем удачный пример, но все же, я об этом вспомнил, давайте расскажу. Когда я понимаю, что нужно наказать, а у меня просто сердце сжимается, или с собакой так было, по-моему. Котами несколько лояльнее отношусь, понимая, что они не очень поддаются дрессировке. По-моему, это с собакой было. Да, точно, да, грыз обувь. Обувь грыз, тапочки. Один, другой, третий раз. И мне надо было его наказать. Я понимаю, я выхожу, эта ситуация, мне, в принципе, да, обувь, но она не надо была. Это старые поношенные туфли, рабочие, которые стоят на улице, и я в них ходить не буду. Я их мог в любой момент просто взять в мусорный дрой и выбросить, потому что на подходе еще несколько пар были, которые можно было бы использовать как рабочие. Но можно сказать, дело принципа. Нет, не дело принципа, дело воспитания. Я понимал, что если его сейчас не остановить, то следующая обувь будет даже не моя, а обувь того человека, который сделает ему больно, очень больно. И будет больно и тому человеку, потому что это будет его новая пара обуви, будет больно и песику, потому что наказание может быть несколько непропорциональным. В общем, мне приходилось заставлять себя внутренне бороться, и создавать, конечно, ну, с собакой это проще сделать гнев, то есть он не настолько сможет считать эмоции. А если это перенести на ребенка, то, понятное дело, тут сложнее. Тут уже надо настолько вжиться в роли, настолько показать себя строгим папой, неотвратимость наказаний, вот все, что ты хочешь вложить в это, вот это как раз и есть пятый дом в четвертом уровне прокачки в отношении дети-родители. Понятное дело, что это может быть муж-жена тут. Можете себе домыслить. Что еще? Где? Не вижу. Да, либо просто человек может продумывать свою манеру поведения в предстоящей ему ответственной ситуации. То есть мы очень часто можем попадать в какие-то ответственные ситуации, сдача экзамена, собеседование на работу, признание в любви, ряд других ситуаций, которые случаются либо раз в жизни, либо можно сочетать их на пальцах одной руки. И вот как раз четвертый уровень прокачки дает нам то самое мастерство, когда мы можем вжиться в роль, как мы уже читали ранее, когда зрители воспринимают это как чистую правду. Но давайте сразу мы разграничим. Только в негативном прочтении, в перевернутой карте, это будет откровенная ложь и манипуляция. В прямом значении. Помните по Даниилу, да, для чего он использовал свою силу в прямом значении? Для блага других людей, даже если это были его враги. Так вот, в прямом значении это применение этой самой силы, применение вот этого своего «я», когда ты можешь создать образ отдельный от себя, для того, чтобы созидать, для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Да, если ты, ну, давайте возьмем пример между парнем и девушкой. Если ты сам по себе не настолько романтичен, не настолько харизматичен, если ты, может быть, вообще, ну, ботан, да, и ты в этом своем
настоящем амплуа не сможешь завоевать ту девушку, которая так тебе нравится, в которую тебе ты влюблен, но ты можешь создать параллельный образ того, как не то чтобы кто ей нравится, да, но это не совсем может быть правильно. Да, но попахивает и лицемерством, и заведомо неверным путем ложным. Когда раскроется правда, она поймет, что ты не тот, кем ты есть на самом деле, то будет больно и будет разочарование. Но давайте представим такую некую идеальную ситуацию, когда человек есть лучше на самом деле, чем он может показаться на первый взгляд. То есть он знает, он понимает, что он замечательный будет муж, отец и вообще замечательный человек. Но он не может себя преподнести, и она его видит в несколько искаженном свете. И ему нужно создать параллельный образ для того, чтобы вот образ там рыцаря на белом коне, чтобы она поверила ему, чтобы она влюбилась в него. Пусть вначале в этот образ, а затем в него самого, но тут уже кто на что гораст и кто как сможет это преподнести. Но, опять же, помним, да, чтобы это было на благо других людей, чтобы это не было в перевернутом значении, как средство манипуляции, там, чтобы затащить человека в постель, чтобы женить его на себе, чтобы добиться какого-то там, не знаю, чтобы добиться какого-то признания и так далее. Так, сглаживание конфликтов проходит по пятому дому. Хорошее впечатление, умение находить общий язык. Опять же, говорю это все. Сразу же думаем о Данииле, вспоминаем его ситуации. Мог ли он сглаживать конфликты? Да, мог. Мог ли он производить хорошее впечатление? Несомненно. Умел ли находить общий язык? 100%. Кармическая задача нести божественную любовь людям, это тоже проходит по пятому дому, вот в высшем уровне прокачки. Кармическая задача, если хотите, там, как у Даниила было, да, это было его призвание. Это был его дар и талант, дарованный Господом. Но он его использовал как кармическую задачу, чтобы проявлять божественную любовь через себя. То есть принцип такой – больше давать, чем получать. На низком уровне, то есть имеется в виду в перевернутом, в негативном прочтении этой карты, у нас может проигрываться то, что человек очень лжив. Это легко понять, отсюда это проистекает, когда человек дублирует, копирует образ, как я уже только что привел пример с девушкой, и создает лживый образ, который либо совершенно не соответствует ему, либо преследует какие-то корыстные цели, например. Постоянно играет, изображает то, чего не думает и не чувствует. По этой карте в негативном прочтении. По этому дому, давайте это еще не карта, это мы сейчас о доме говорим. Отношения с детьми неровные, любовь переходит в ревность и ненависть, и потом обратно. То есть вот такие вот качели. Это когда отношения дети-родители. Такие же отношения, в общем-то, и муж-жена, парень-девушка, любовник-любовница, взаимоотношения двух противоположных полов, аналогично. То есть это просто качели. При сильном поражении с этим человеком невозможно завести нормальную интрижку. Она тут же превращается не то в драму, не то в страсти. То есть бросает либо в плач, помните, как по овну, бросает в какие-то страсти, во врага превращается человек по весам. То есть вот такое происходит. Для этого человека очень важна внешняя религиозность. Это по перевернутому... Ну, это не карта, это у нас будет... Как это называется? Пораженный дом, да? Пораженный пятый дом. Для этого человека очень важна внешняя религиозность, но сначала, а потом еще и очень долго, вместо Бога человеку является дьявол и ведет себя довольно стандартным образом в таком случае. То есть все, что присуще дьяволу, это у нас там и даже не столько страсть, сколько похоть, это у нас и привязка к деньгам, к власти. В общем, все то, чему смог противостоять Даниил, это будет проходить у нас по дьяволу. Но заметьте, он этого не был лишен. Ему это не надо было. Он этим пользовался. Если пользовался, то в слабой мере. Но у него это было. Внешне, со стороны.
так, как может показаться другим людям, но еще раз, он это не принял в сердце свое, он этим не пользовался и не был этим поглощен в той мере, чтобы сказать «пользовался». Поэтому вот прям читая все то, что касается пятого дома, и держа в образе, в голове образ Даниила, ты понимаешь, что это прямо о нем, это про него. Так, я, знаете, что еще хотел? Интересный итог мифологии. Что я в мифологию записал? Мифологию. Ну, такие небольшие выдержки, как скорее больше подтверждение существования царя Навуходоносора. И был ли такой персонаж Даниил? Есть ли какие-то другие источники, показывающие то, что события, описанные в Библии, существовали на самом деле, происходили? Согласно британской энциклопедии, Навуходоносор осуществил масштабные строительные проекты в Вавилоне. Не только, цитата, «для собственного прославления», но и в честь богов. Он утверждал, что был тем, кто вложил в уста людей благоговение перед великими богами. И видим с... Нет, это дальше. Что касается казни в печи, то они несколько раз упоминаются в древних вавилонских записях, в том числе и в тех случаях, когда такие сожжения санкционировались правителем. В одном древнем тексте, датируемом правлением Навуходоносора, описывается наказание чиновников, обвиненных в осквернении богов Вавилона. В тексте говорится, цитата, «Уничтожьте их, сожгите, поджарьте, троеточие, к поварской печи, распусти дым от них, уничтожь их яростным пламенем». Что раскрывает история записи, которые сам Навуходоносор оставил для потомков, говорят великого царя, уверенного в своей праведности и силе. Например, в одной строительной надписи есть такое хвастовство Навуходоносора. «Я построил из битума и кирпича мощеную стену, которую как гору нельзя было сдвинуть. Укрепление Эсагилы и Вавилона я укрепил и утвердил имя моего царствования навеки. На многих кирпичах, найденных в Вавилоне, выбито имя Навуходоносора». И вот справа можно как раз и увидеть, согласно Британскому музею, именно вот этот кирпич. Или вот еще Даниил писал: «Царь Валтасар предложил Даниилу править как третий в царстве Вавилона». Помните, да, Валтасара? Это сын Навуходоносора. Что показывает история? Человек по имени Набонид был царем во время событий, описанных в пятой главе книги Даниила. Однако большую часть своего правления Набонид провел не в Вавилоне, а в Аравии. Кто правил в Вавилоне, пока он отсутствовал? Знак вопроса. В клинописной записи говорится, что Набонид доверил царство своему старшему сыну, то есть Валтасару. Поясняет историк Реймонд Филипп Дагерти в своей книге «Набонид и Валтасар». Валтасар выполнял царские функции от имени отсутствующего монарха своего отца. Поскольку Набонид и Валтасар уже занимали первое и второе места в царстве, Валтасар предложил Даниилу третье место. И вот как раз и вот эта вот клинописная табличка, где ученые расшифровали, и идет речь об этом событии. Это такой небольшой, может быть, очерк, то, что касается правдивости того, что написано в Библии относительно исторической достоверности. Так, давайте мы, наверное, заглянем в значение. Да, коль мы уже были в пятом доме. И посмотрим полнее на текст, что касается карты Уэйта, да, потому что мы ее будем сравнивать, насколько они могут одинаково читаться. Хотя тот, кто уже знаком с картами Таро по Уэйту, в принципе, увидел и понял суть истину. Но, тем не менее, давайте читать. «Женщина, над головой которой вынашивается...» Это перевод с английского языка, поэтому буду сейчас, если что, несколько корректировать. «Женщина, над головой которой скорее изображен или возвеличивается тот же символ жизни, который мы видели на карте мага, это восьмерочка перевернутая, или мниската называется, символ бесконечности, ураборос, то есть начало и конец, альфа и омега, тут много можно... эпитетов
из сравнений добавлять. Значит, мы видим, что она сжимает пасть льва. Единственное, что этот дизайн отличается от обычных представлений. В чем же отличие? То, что ее благодетельная сила духа уже покорила льва. И видим вот эту цепочку из цветов, которая и у нее на голове, и этот пояс из цветов на поясе у девушки. И если другие карты в других колодах, они скорее изображают сильного мужчины, который разрывает пасть льву, то есть он оказывается сильнее, чем лев, как тот же Самсон. В ряде других, даже современных колод, так и трактуется. Я даже не говорю о там более традиционной колоде Кроули, Алистера Кроули. И здесь же мы видим мягкую силу, то есть очень подобно это с колодой Гюстава Доре. По причинам, которые меня удовлетворяют, пишет Уэйд, эта карта заменена картой Справедливость, которая обычно имеет номер 8. Мы уже об этом говорили в начале, да, вот что 8, 11, номера эти, видим, что они меняются. Составители Лоскарабелла решили вернуть карте Сила номер 11. Поскольку вариация не несет в себе ничего, что могло бы быть понято читателям, нет причин для объяснения. В общем, типа, кто знает, тот знает. Кто хочет разбираться, тот разберется. Я вам ничего говорить не буду. Стойкость в одном из своих самых возвышенных аспектов связана с божественной тайной единения. Добродетель, конечно, отсутствует во всех планах и, следовательно, привлекает все в своем символизме. Он также связан с невинной невинностью и силой, заключенной в созерцании. Ввиду сложности перевода, да и ввиду сложности того, как это все описывал Уэйд, но несколько трудновато, может быть, так сходу, с насколько понять, что он хотел сказать, но все сводится к тому, что здесь больше идет речь о проявлении силы духа, о каких-то божественных тайных единениях, о добродетели, чем о буквальной физической силе. И о том, что человек внутренней своей силой, как эта девушка, да, может противостоять тому, чтобы покорить силу физическую. Аналогично мы помним и сцена на этой карте. Она очень, кстати, похожа, чисто буквально, если ее прочесть, не вдаваясь в биографию Даниила, то мы видим здесь как раз, что он своей внутренней силой, своим духом, божественным духом, смог закрыть пасти львам. Это высшее значение, однако, является предметом вывода, и я не утверждаю, что они прозрачны на поверхности карты. На них сокровенным образом намекает цепочка цветов, которая означает, среди прочего, сладкое ярмо и легкое бремя божественного закона. То есть имеется в виду, что в негативном прочтении этой карты, в перевернутом значении, что вот этот вот веночек, да, как поводок для льва, что это может быть и не совсем хорошо, что если человек или ситуация больше выступает в роли льва, то ты можешь быть ослаблен в негативном прочтении этой карты, что как бы на тебя могут быть наброшены эти самые оковы, на первый взгляд и внешне такие милые, такие пушистые, такие ароматные, как руки этой нежной девушки, как мягкий вот этот вот ошейник из цветов. Помним по Даниилу, да, что у него было этим самым ошейником? Это та самая власть, это та самая сила, влияние, деньги, которые у него были, они и могли оказаться тем самым ошейником, которые были наброшены на его шею, и заглушить ту истинную силу, которая была в нем. Ну, мне кажется, мы это поняли с вами, да, без того, чтобы читать сейчас о символике Уэйда. Но наша задача сейчас сравнить эти две карты. Карта не имеет ничего общего с уверенностью в себе в обычном смысле, хотя это и предполагалось, но она касается уверенности тех, чья сила в Боге, кто нашел в нем свое убежище. То есть, еще раз, речь идет о том, что сила не столько во льве, сколько сила в божественном проявлении, сила в этой девушке, в том, что она может это усмирять. Есть один аспект, в котором лев означает страсть, та, что называется силой, есть высшая природа и ее освобождение. То есть тут уже речь идет по льву больше, наверное, о каких-то человеческих, таких платонических проявлениях, о страсти, о силе, может быть, в буквальном смысле, которая исходит из наших тел, либо из какой-то ситуации. Дальше также говорится, что он наступил на Аспида и Василиска и растоптал льва и дракона. По поводу Аспида, Василиска, об этом также речь идет и в Библии.
И это, по-моему, отсыл как раз у нас идет к Новому Завету, либо о пророчествах касательно Иисуса, которые были записаны в Ветхом Завете, что он будет тем человеком, который наступит на аспида Василиска, растопчет льва и дракона. И понятное дело, что это сделано не в буквальном смысле, а в переносном, что благодаря именно жертве Иисуса Христа, благодаря его деяниям, благодаря его жизни и всему тому, чему он учил и чьи слова были записаны, он смог дать людям снова надежду на вечное существование, на искупление своих грехов и на то, чтобы пройти наше земное существование достойно. То есть он растоптал аспида Василиска, в образе которых выступал сатана-дьявол, который как раз хитростью забрал у Адама и Евы возможность жить в раю, жить вечно, давая тем самым им смерть и разрушение. Вот Иисус Христос, он и наступает на аспида и Василиска, то есть Уэйд сейчас говорит об этом. Он указывает на Иисуса Христа. Еще раз говоря о божественной силе, о такой вот высшей силе. Что, какие слова можно выделить? Значит, да, еще раз говорю, что эти карты можно читать аналогичным образом, они между собой очень похожи и по большому счету говорят об одном и том же. То, что мы больше узнали в Данииле о его силе духа, ну, мы еще подрезюмируем чуть позже. Значит, четыре стихии, четыре масти Таро, четыре какие-то жизненные ситуации, позиции, аспекта. Это у нас работа, какие-то социальные явления, внешние связи. Это у нас больше личные связи, любовные взаимоотношения. Там, то, что внутри в доме, это покупка. По пентаклям это у нас непосредственно финансы, там речь об успехе, недвижимости, о чем-то материальном. И мечи, это у нас будут как какие-то прямые действия. Саморазвитие, осознание, познание себя и так далее. Итак, что касается карьеры, развития, то я выделил лидерство здесь по этой карте. Помня жизнь Даниила, нет сомнений, что это проявляется. Умение понравиться. А здесь очень схоже с тем, чтобы примерить на себя роль. И неважно, на каком уровне это будет прокачки пятого дома, на первом либо на четвертом. Ну, первый там не умение понравится, да, первый уровень прокачки – это, в принципе, Овен. То есть человек, который просто знает, что он я самый распрекрасный и больше никого не существует, мы скорее говорим о втором, третьем, четвертом уровне. То есть когда человек уже отделяет себя от внешнего мира. В общем, умение понравится. Ну, то есть если мы говорим о работе, о там, взаимодействии клиент-работник, либо работодатель – сотрудник, то вот это как раз может проявляться. Помощь также здесь проходит как прямая, да, какое-то прямое действие. Подчинение, что с одной стороны, так и с другой, то есть подчинение и подчиняемый. Вспоминаем мы ситуации с Даниилом. Где-то он проявлял себя как тот человек, который способен подчинить ситуацию своей воле, своему контролю, а где-то он подчинялся этой ситуации, послушно выполняя те какие-то задания, которые на него были возложены. Но я не говорю, что это означает, что он всю свою жизнь прошел под пятым домом. Понятное дело, что в той ситуации он мог проявлять себя и там по седьмому дому, но мы уже увидели с вами, что прокачанный пятый дом на четвертом уровне – это как раз очень умелое примирение различных ролей в различных ситуациях на себя. Поэтому тут подчинение может быть таким двусторонним. Контроль. Ну, в общем, контроль, подчинение очень похожи между собой. Но их также можно, эти слова, разнести и в противоположном значении. То есть в одном случае идет контроль ситуации, в другом случае это будет как подчинение ситуации, как, если хотите, сила и бессилие. То есть сила как бы никуда не девается, но ты теряешь контроль над ситуацией, и ты вынужден подчиниться ей. Вспоминаем, да, вот эти ролевые игры в дочке-матери, когда они чем могут закончиться? Тем, что кто-то начинает плакать, кто-то начинает кого-то бить. Вот, вот вам кто-то подчинился, а кто-то подчинил, кто-то проконтролировал ситуацию. Исполнительность,
по жезлам идет почему, исполнительность, потому что человек может вжиться в роль ту, которую ему нужно, дабы добиться какой-то своей цели, потому исполнительность. А позор, да, можно опозориться по этой карте, если не умело ты сыграл роль, если ты будешь разоблачен, облечен, либо когда недостаточно прокачаны там те твои образы и роли, то ты можешь также быть опозоренным. То есть по перевернутому негативному значению этой карты такой момент может наступить. Вынашивание проекта. Помним, как вынашивание какой-то идеи – это творчество, может быть, само собой, но это уже не финальный, еще не финальный результат, а это скорее вынашивание самого проекта, как вынашивание детей. Яркость, само собой, все, что касается работы. Если это будет какой-то проект, выпадает такая карта, то речь идет о том, что это будет экстраординарное что-то, что-то будет яркое, что-то, какой-то такой образ будет, прям ух, так, чтобы захватить внимание, чтобы завладеть вниманием. Конечно, сопутствующие карты рядом полнее покажут, в какой степени прокачки это будет там второй, третий, либо четвертый уровень, но в целом эта карта будет говорить о такой яркости, либо о яркой личности на работе также может говорить, если это на человека выпадает, на работодателя, какой он, да, вот такой он. Умение договариваться также по этой карте проходит. Почему? Потому что по пятому дому помним, что и по Даниилу, по его жизни, помним, что это способность примерять на себе разные образы, разные роли в разных ситуациях. То есть один и тот же человек, вот он на работе может надеть на себя образ строгого начальника, придя домой, он снимает эту одежду, одевает мягкий пушистый какой-то халат кигуруми, и дома он пушистый зайчик. Он взял на себя другой образ, и дома он играет роль львенка, а не того самого льва. По кубкам. Да, понятно, что я несколько перенес это все в плоскость дома, но давайте, если мы говорили о работе, то на работе, то есть отношения начальник-подчиненный и, например, там коллега-сотрудник. То есть здесь человек одну роль примерил на себя, повернулся, и тут же он уже другой. Очень хорошая иллюстрация этого перевоплощения может проиграться следующей сценой, когда звонит генерал там, полковнику, кричит на него, орет, тот такой, согнувши голову, выслушивает, говорит, да-да-да, мой генерал, ложит трубку, звонит полковник, там, я не знаю, там, капитану, ему орет так же, как орал только что на него генерал, в общем, так по низшей цепочке там спускается до прапорщика. Мы понимаем, да, что один и тот же человек в какой-то момент, он просто разворачивается и играет другую роль. То есть, поэтому вот это умение договариваться как раз проходит также по жезлом. Кубки. Ну, это у нас по кубкам секс может проходить, почему бы и нет, почему бы и нет. Мало того, это еще может быть и похоть, но скорее я почему их противопоставил, секс и похоть, как не то чтобы противоположности, вроде бы с одной стороны один и тот же процесс, но в одном случае это скорее то, что человеку поддается в виде какого-то контроля над своими желаниями, а в другом случае, когда человек себя не контролирует. Я сейчас не ситуативно, я сейчас в целом по жизни, когда человек понимает, как хорошо или как плохо, но не в состоянии совладеть с собой, либо, может быть, не хочет ввиду низкой прокаченности пятого дома и идет на поводу у своих желаний. Тогда это превращается в страсть такую, неконтролируемую похоть. Так, равновесие в отношениях, да? То есть умение соблюсти баланс, умение сыграть правильную роль и подчиненного, и лидера, начальника, но в семейных отношениях, это будет проходить в прямом значении по этой карте. Ролевые игры, ну, такое, нечто такое больше событийное, буквальное, но тоже может быть в какой-то конкретной ситуации, скорее как больше исключение, чем правило, ну, из практики так показывается. Драматизация. Драматизация в негативном прочтении этой карты, когда либо ситуация такая, либо человек в этой ситуации склонен все омрачать, драматизировать, хвататься за сердце, в общем, переигрывать, да, как бы обиды тоже может быть.
в негативном прочтении этой карты, когда человек очень близко будет принимать сердцу то, что не восприняли, может быть, его роль какую-то, которую он здесь играл, либо показывал. Отсюда могут быть обиды. Подчинение, ну мы уже об этом говорили, там где как равновесие в отношениях было, то есть это скорее больше в негативном будет прочтении этой карты, потому что в позитивном я считаю, что это у нас будет больше идти как равновесие в отношениях. Подчинение это будет как проявление слабости, как неспособность противостоять второму человеку, второй половинке. Я, кстати, написал неспособность противостоять. Мягкость, любовь и забота. Ну, вот это как раз, наверное, будет больше вот в прямом прочтении. Казалось бы, мягкость, где мягкость? Ну, да, это мягкая сила, и по этой карте она видна, и по Даниилу. Он не действовал грубо, он действовал дипломатично, тактично. Если даже попытаться как-то прочитать это буквальным образом, эту карту, не зная ничего о жизни Даниила и предыстории, а только прочитал о том, что Господь закрыл пасть львам, то есть он же их не убил, он же их не сокрушил, не разрывал им, как Самсон, пасти. Нет, это мягкая сила, то есть это такое... Мягкость, любовь, забота. Почему любовь, почему забота? Помним, потому что Даниил постоянно ее проявлял по отношению даже к своим врагам. Вспоминаем мы Дария, царя, когда он был вправе вполне гневаться на него, ответить ему грубо, что он не спас его от рук его врагов. Но нет, он его поприветствовал, царь вовеки живи, и совершенно был с ним спокоен. И в целом во всех остальных ситуациях, вспоминая, когда были такие вот какие-то контакты с царями, где он мог проявить свою силу и повернуть ситуацию в свою пользу, он делал так, ну, растолковывая сны, как если бы поступил бы человек, уважающий противоположную сторону и любящий его. Ну, в кубках это будет проявляться больше как любовь и забота. Забота тут в том числе как вынашивание чего-то, как проявление скрытого какого-то потенциала и творческого какого-то порыва, как в воспитании детей, так и в заботе о другой половинке. В пентаклях, то есть в сфере денег, финансах, это у нас, ну, в буквальном смысле может означать и деньги, золото. Также это может говорить у нас в целом об успехе предприятия. Вспоминаем жизнь Даниила. Вспоминаем вообще, вот, был Даниил богатым человеком или нет? Был он состоятельным человеком или нет? Да, был. Успешным он был человеком? Да, был. Он был человеком при должности? Да, был. Имения у него какие-то были? Ну, несомненно, были. То есть, понятное дело, что по этой карте, если мы переводим все в плоскость уже материального и вспоминаем жизнь Даниила, то мы можем применить все это. Рост и развитие. Кстати, это же можно туда закинуть и в карьеру, да? Вот Даниил, как он восходил стремительно по карьере. Рост и развитие тоже здесь проходит. Если это какое-то предприятие, развитие какого-то бизнеса, вложенных денег, средств, то это все то, что будет говорить о таком вот росте, развитии. Это еще не финал, это еще не рожденный ребенок, это процесс созидания, это процесс роста, процесс движения. Провал, да, может быть, в негативно перевернутом прочтении этой карты, когда предприятие не состоялось. Вспоминаем мы Навуходоносора, вспоминаем мы Валтасара. Я их сравнивал рядом с Даниилом, они были в похожих ситуациях, но когда человек очень сильно превозносился, когда он ставил свое «я» во главу всего, то его ждал провал, его предприятие. Отказ от планов, может быть, это как такое проявление, скорее, слабости, когда, может быть, ситуация слишком тебя сдавила своим мошенником, ты можешь отказаться от своих планов. То есть такое могло бы случиться, например, с Даниилом, если бы он повелся либо на поводу у соблазнов, либо на поводу у силы, которую к нему проявляли в буквальном смысле физически, там заставляя царскими указами ослушиваться своих принципов. Тогда мог бы быть отказ от планов. Но Даниил прожил жизнь вот так. Творческий подход вполне также может быть в этой сфере. Я не знаю, в чем это в бизнесе как-то может выражаться, где-то еще. В общем, об этом тоже стоит помнить. Солнечный знак, открытость, ясность, прозрачность, ничего тайного, скрытого, в противовес Луне.
По мечам это у нас сфера воздуха, саморазвитие, знание, познание. В общем, в целом речь идет о сознании, потому что это пятый дом, потому что это лев, потому что это солнце. Это открытость, это восприятие информации какой-то общедоступной, ясной, понятной. Ничего такого, может быть, тайного, скрытого, двусмысленного и так далее. Это время о том, чтобы подумать о духовном. Это духовное развитие, как ни странно, по карте силы, но мы это увидели. Это постоянный отсыл и благодарность за то, за те успехи, дарования, которые у тебя есть, что это как бы благодарность высшим силам. Творчество. По этой карте может проходить творчество в буквальном прямом смысле, когда мы что-то делаем своими руками, мы что-то создаем, творим, либо руками, либо головой, но такой созидательный процесс, творческий процесс. Воспитание, как прямые какие-то действия, также может быть. Развитие эмпатии, важная черта, я мог ее отнести и в кубки, но в кубках это уже как бы и так само собой разумеющееся по кубкам то, что должно проходить. То есть умение поставить себя на сторону второго человека, прочувствовать его, вжиться в эту роль. А здесь скорее я, это, почему написал эмпатия, потому что это то, над чем стоит работать по этой карте. Развивать в себе как раз ощущение той второй стороны. Ощущение того, что для чего тебе даны твои дары и таланты. Для чего ты проходишь этот земной путь, для чего ты выполняешь свою карму. Тут можно много эпитетов привести. Помощь другим в буквальном смысле, конкретные действия, как человек сильный, как человек... Помните Даниил, да? Он много раз выступал с позиции сильного человека. Даже когда, помните, царь Навуходоносор ему предлагает быть начальником над этими... прорицателями, да, и начальником над землей Вавилонской, а он говорит, нет, я останусь здесь, в царском дворце, а вот это ты отдай, пожалуйста, моим друзьям, Сидраху, Месаху и Авденаго. И вот уже в той ситуации он становится, не то чтобы выше царя, но в чем-то выше царя, потому что он сильнее оказывается, он взял ситуацию на себя, он взял на себя инициативу, он становится с позиции лидера, а не просящего, и отдает инициативу, нет, он берет инициативу, а отдает полномочия и отдает, ну, вот эти вот блага другим людям, то есть помощь другим. По этой карте вот прям напрямую может проходить. Так, ну все. Так, почему же так долго? Когда я научусь уже, может, как-то скорее, быстрее это все излагать? Давайте мы сейчас быстренько заглянем в искусство, потом у нас останется напоследок интересное, и все. Так, искусство. Искусства у нас не так много, есть несколько гравюр, они не все касаются напрямую событий, изображенных на карте, но все касаются Даниила. Вот гравюру мы видим, где Валтасару... появляется этот Божий перст, Божья рука, и пишет вот эти самые знаменитые слова, там «мене-мене текелу парсин», которые означают, что ты взвешен на весах и найден легким, и, в общем, что ты будешь убит, и царство твое будет отдано Медоперсам. И вот мы видим этот пир этих сумрачных гостей, этих вельмож, которые в ужасе от происходящего. Еще Даниила мы не видим, чтобы он пришел, только там жена уже на ухо шепчет и говорит, что Валтасар был при твоем отце, значит, такой великий муж иудейский, который может это все истолковать. Вот на следующей гравюре мы видим самое начало, как только Даниил и его друзья порабощены и привезены в Вавилон. Здесь он изображен несколько таким уже не совсем отроком, ну так вроде борода у него присутствует, на вид ему лет, я бы сказал, 25, не совсем юноша. Вот ситуация с тремя друзьями, Синдрах, Месах и Авденаго, которые были брошены в печь. Мы здесь еще не видим ангела, но видим, что они стоят среди огня и не сгорают. Несколько необычная печь, в других источниках, но которые не было смысла сохранять, потому что они не были представлены в виде
какого-то искусства. В других источниках это выглядело как некая такая пещера, куда их бросали, как большая вот русская печь, да, с таким открытым окошком, но размером с человеческий рост, куда можно зайти. Вот, собственно, теперь наша гравюра, мы уже ее видели 100 раз. Вот такой вот есть вариант изображения Даниила, окруженный львами. Видим ангела. К сожалению, я не смог разобрать надпись по причине необычности шрифта и по причине того, что не английский-то язык, я не совсем смог понять и найти. Ну и главное, четкости нет, чтобы я мог понять, а что же ангел говорит. Потому что что-то он говорит и несет маленького человека. А человек этот с двумя в руках емкостями, как корзина и какой-то сосуд. Что он будет делать, непонятно. Но вот такой вот вариант. Попалась мне еще такая вот страничка тоже с текстом на нечитаемом языке. Внизу мы также видим Даниила, который сидит во рву со львами. И явился тоже человек с каким-то сосудом, и этого человека несет ангел. Вот, конечно, было бы интересно прямо в это копнуть глубже и разобраться. Возможно, кто-то из вас в комментариях в будущем напишет о том, кто этот ангел, который несет человека второго. И, видимо, что этот человек, он же должен что, закрыть пасть львам или накормить львов, или как-то разрешить ситуацию. Но почему не сам ангел? Почему ангел, несущий человека? В этом какая-то есть скрытая особенность. Вот такая вот живопись. Здесь мы видим что-то какая-то, как целая комната прям. Даниил без печали сидит, как ни в чем не бывало. Все с ним хорошо. Еще вот такая, здесь несколько бедственный вид имеет Даниил. Он полуобнаженный и вроде как бы даже кричит или валяется на земле. Не совсем внушает вид того человека, который уверен в том, что с ним ничего не случится. Вот тоже красивая гравюра, похожа на литографию по своей стилистике. Здесь вот прямо описание того, что мы с вами читали. Явился ангел и закрыл пасть львам, чтобы они Даниила не трогали. А вот здесь Даниил вовсе изображен юношей. Совершенно не вяжется с тем, что события происходили, когда человеку уже лет 70. Но, почему бы и нет. Вот тоже Даниил. Здесь уже видно, что он прям пожилой, без бороды человек. Львы ходят, лежат кости, никто его не трогает. И он созерцает окно, от которого строится свет, явно с мыслями о том, что он остался верен своим принципам, и ничто не смогло сломить его дух. Это, если мне память не изменяет, Рубенс. Я уже скоро, возможно, начну даже различать его стилистику, или, во всяком случае, его подражателей. Много очень львов, красивая картина, красивая прорисовка. Даниил совершенно здесь представлен молодым юношей, который молится Господу, и львы его не трогают. Прекрасно сложено его тело, красивые львы. Картина выглядит замечательно. Ну что ж, давайте перейдем тогда с вами теперь в раздел «Интересное». Я там подобрал один фильм, давайте его разберем быстренько-быстренько, так, чтобы надолго вас не задерживать. Фильм называется «Несломленный», «Unbroken» на английском языке. Почему я этот фильм выбрал? Были, наверное, может быть, какие-то более другие очевидные примеры. Этот мне показался неочевидным. Но немножко покопавшись глубже, я подумал, что его можно вполне здесь представить. Во-первых, потому что человек занимался спортом. Он был яркой личностью в свое время. Давайте так, прочитаю, что здесь нам написали. Фильм рассказывает реальную историю американца-легкоатлета Луи Замперини, принимавшего участие в Олимпийских играх в 1936 году в Берлине. В то время уже был Гитлер в Берлине, но еще не совсем стало понятно, что это за человек этот Гитлер. И он едет в составе американской сборной принимать участие в этих Олимпийских играх. Но там уже вовсю, в полный рост идет фашизм, идет не столько фашизм, сколько нацизм и превозношение, и возвеличивание нации немецкой. То есть негативно относились к тем, когда кто-то одерживал победы помимо немецких спортсменов. Но, тем не менее, он одержал победу в финальном забеге и был даже приглашен в ложу Гитлеру.
В общем, стоит посмотреть фильм, потому что вся жизнь этого человека проходит в таком ярком противостоянии его как личности сильную, имея в виду вот этого Луи Замперини, который и как спортсмен, он лидер, он сильный, и как человек-спортсмен, но в Олимпийских играх, когда он проявляет, там была ситуация такая с афроамериканцами интересная, и как он себя вел в этой ситуации, как вела себя элита со стороны нацистской Германии. В общем, вот это вот противостояние его сильного по духу человека, лидером как таковым, потому что он был ведущим спортсменом. Затем он попадает в Вторую мировую войну, отправляется на фронт, его самолет потерпел крушение над Тихим океаном. И еще такой, это получается второй эпизод, где он со своими товарищами оказывается в лодке. И как они там себя ведут, как они, оказавшись на грани выживания, на то, что они вот-вот умрут голодной смертью, истощенной, изнеможденной совершенно, как там проявляется та самая сила, как там они, ну, в частности, вот этот наш Луи Замперини, как он себя там проявляет, в принципе, человечности, что заставляет не сломаться их духу, и как они себя ведут для того, чтобы там не поубивать друг друга и сохранить человеческий облик, помогая друг другу. Затем они спасаются, и точнее их спасают, но спасает их Япония, то есть их спасает сторона, которая является их врагами, и он попадает в концлагерь. И это самая, наверное, яркая и самая впечатлительная и впечатляющая сторона его биографии, когда он выходит на прямое противостояние с одним из начальников этого лагеря, этой большой тюрьмы. И вот здесь очень его биография похожа с тем, что происходило с Даниилом и его друзьями. С той лишь разницей, что Даниил, он жил в дворце, но были какие-то постоянные конфликты и стычки, и он должен был проявлять стойкость в этом. Здесь было аналогично, было постоянное противостояние с тем, чтобы сломать его дух, с тем, чтобы заставить его подчиниться, покориться. С одной стороны, он вроде как бы не пытался сделать какой-то побег, он не создавал бунт, и он подчинялся правилам и условиям того лагеря. Но, с другой стороны, что-то в нем такое было, что-то такое, что возвеличило его над всеми остальными, какой-то такой несломленный дух, такое какое-то... Гордость какая-то внутри, глаза его по-другому сияли. И это все задевало того человека, который хотел его постоянно поставить на колени, постоянно его унизить, постоянно его поклониться перед тем золотым истуканом. Ну, в буквальном смысле, в первом смысле, в кавычках. И, конечно, заканчивается эта история не драматически, а, к счастью, очень даже хорошо. Хэппи-эндом он возвращается домой после окончания войны. Но пример вот этой вот стойкости, несломленности духа, и, кстати, он, что тоже примечательно, как и с Даниилом, он не питал какой-то личной вражды именно к этому человеку. Он не ненавидел его там. Он просто воспринял эту ситуацию как какую-то кармическую и пытался в ней, в этой ситуации, выжить, сохраняя свои принципы, не отступаясь от них, и при этом пронести, что ли, это вот наказание как возможность, помните, как по четвертому уровню, да, то есть воспринимает, как там было сказано, воспринимает вот это вот как какое-то наказание, как возможность вырасти над самим собой, взаимодействие с этим миром и вживаясь в какую-то такую роль, которую ты отдельно относишь от себя, которое воспринимается как божественное служение, как какая-то проявленная любовь к этому миру. Ну, то есть рекомендую этот фильм посмотреть, вот в разрезе этой карты. Да и в целом фильм достаточно интересный и прикольный. А знаете, что я еще забыл? Я еще забыл вот итог глянуть. Итог, он у нас, может быть, несколько большой, но не зря я его оставил. Давайте еще осилим этот момент, потому что он больше как у нас подытожит
ту всю историю, которая у нас произошла с Даниилом, посмотрим мы, как это согласовывается у нас и с картой 1-2, как это согласовывается у нас с 5-м зодиакальным домом. Я вот, что касается 5-го зодиакального дома, я здесь выделил отдельные части, которые мне показалось, совсем они прям соотносятся с Даниилом. Значит, 3-й уровень 7-го... Так, ты мне будешь мешать. Почему 7-го дома? 3-й уровень 7-го дома в плане веры, свобода, которую имеет человек в создании образов «я», как жизненных ролей, так и образов, воплощаемых в искусстве. Это я вручную писал, это я не копировал. Я думаю, что я написал 7-го дома? 5-го дома. Зачем я написал 7-го? 3-й уровень 5-го дома в плане веры – это свобода, которую имеет человек в создании образов «я», как жизненных ролей, так и образов, воплощаемых в искусстве, предназначены в конечном счете для служения эгрегору, который дает человеку общее направление усилий и энергетическое наполнение этих образов, что происходит в моменты, когда человек обращает свои помыслы вверх. Делает ли он это перед иконой в церкви или наедине с собой? То есть это очень было похоже на Даниила в такой прокачанной 3-й версии 5-го дома, когда человек искусно создает образ своего «я» отдельно от себя, и этот образ он наполняет, исходя из какого-то определенного эгрегора, в данном случае, да, что такое было эгрегор для Даниила? Это был Всевышний, это был Господь Бог, которому он поклонялся, служил, и считал, что все, что исходит, все его таланты, все какие-то умения, которые у Даниила есть, и все хорошее, что в его жизни случилось, исходит от него. И это не его личная заслуга Даниила, а это исходит оттуда. То есть в итоге он создавал, создал такой образ, да, еще одного себя, который как раз и отдавал должное этому самому Богу. Может это прозвучать несколько глупо, кощунственно, как будто бы разделяется Даниил на 2 человека. Есть 1 человек, который верит в Бога, а второй нет. Но не воспринимайте это так буквально. Воспринимайте это как цельную личность, но просто в 5-м доме, в доме льва, когда человек создает образ. Все мы, играя в казаков, разбойников, либо в дочки и матери, мы же не отделяли себя от этого человека. То есть мы ими являлись. Просто мы здесь и сейчас выполняли какую-то роль. Только представьте, что это большая роль целой жизни. Человек целую жизнь проживает. Вот в этом эгрегоре, в этой роли, пользуясь этим эгрегором. Божественное присутствие очень отчетливо идет по 3-му уровню, хотя и не всегда связывает с ним, именно с Всевышним, решение своих творческих проблем. И в частности, динамику образов «я». Но в любом случае религиозность, хочет человек признавать это или нет, играет в его жизни очень большую роль. И служение Богу, и его забота о человеке становится фактами жизни, а не веры. Это то, что происходило у Даниила. Да, если он и не полностью, хотя мы видели, что полностью, потому что сейчас перейдем к 4-му дому, все свои таланты и умения отдавал в знак благодарности Богу и как его, скорее, проявление божественной силы в Данииле, нежели свое. Так вот, 4-й уровень, это опять я себя написал, 7-го дома, 5-го дома, вся жизнь этого человека проходит в постоянном контакте с Богом, который помогает ему подбирать соответствующие ситуациям роли, образы и действия, и кроме того, готовить для него и сами ситуации, с тем, чтобы человек помог ему их разрешить. Это вот прям копирка про Даниила. Мало того, что человек постоянно проходит в контакте с Богом по 4-му уровню 5-го дома, так еще и ситуации, которые возникают с этим человеком, они возникают таким образом и таковые, чтобы через этого человека проявилась божественная сила. Не это ли мы все наблюдали с Даниилом? 100%. Божественное внимание и забота ощущается на этом уровне явно и постоянно. Чаще всего в форме любви, которую человек ощущает как идущую к нему со всех сторон, от всех людей, предметов и пейзажа.
Эта любовь наполняет и все образы, в которые он воплощается, и дает ему силы играть свою нелегкую роль в мрачноватой для большинства участников игре, называемой жизнью. Это вот 100% про Даниила. То есть можно с уверенностью сказать, что он в той части, которую мы знаем, что касалось нашей карты, сила, да, он свой пятый дом прокачал до 4 уровня, когда все, что с ним происходило, все, что с ним не случалось, он мог это переносить стойко, отдавая за это честь Всевышнему. Если вам так сложно представить, то, еще раз повторюсь, свои таланты он воспринимал как некую высокую обязанность, которую ему дана, которому дана свыше, для того, чтобы он мог проявлять эту силу, которому дана свыше. То есть не я такой, это оттуда исходит, чтобы это во мне могло проявиться. Я инструмент, я не являюсь творцом, я инструмент для того, чтобы это проявилось через меня. Мало того, человек еще ощущает со всех сторон и внимание, и заботу на этом уровне, которая исходит и от других людей, и от предметов, и от пейзажа. Да, было много врагов, но вспоминаем все ситуации, которые оборачивались таким образом, что действительно Даниил ощущал эту любовь, которая от Бога исходит по отношению к нему. Он, возможно, ее и не просил, но ввиду вот этого высокого уровня прокачки своего пятого дома, это у него было. Так же, как он и не просил славы и власть, у него это было. Он от этого отказывался, но это у него было. Но это в виде скорее как соблазна, как ошейника. Да? Вот тут уже поддашься или не поддашься. И опять же, ситуации, чтобы человек проявил себя в этой ситуации, явив тем самым божественную силу и суть, что и происходит по пятому дому, по четвертому уровню прокачки. В жизни такого человека много любви, хотя она не всегда его устраивает. Но его кармическая задача – нести божественную любовь людям, излучая ее в гораздо больших количествах, чем получает от них. Про Даниила это? Про Даниила. А я вообще читаю сейчас о пятом доме. Если у Бога есть любимчики, то это именно люди с гармоничным пятым домом. Но его любовью не следует злоупотреблять. Помните Навуходоносора, который злоупотребил любовью Господа, который отдал ему все царства, руки? Помните, да, что с ним случилось? С Даниилом не случилось, а с ним случилось. Умение понравиться и соблазнить кого угодно дается далеко не каждому. Да, согласитесь, вот эта харизма, талант с первых слов, с первого взгляда понравится сразу и ту же человеку, дается далеко не всем с рождения. Так вот, по прокачанному пятому дому, по четвертому уровню, это знак очень трудной и серьезной кармической программы. И это не приглашение к праздничному столу или пышной постели. Еще раз, пример Даниила, в отличие от этой карты, настолько ярко это показал, что те силы, те таланты, те умения, помните, он был, как его трое друзей, самым ярким, самым талантливым. Ему то далось, он туда продвинулся, он то смог, сны мог видеть, трактовать их, все это расшифровывать, помогать другим. И это все он, Даниил, воспринимал, это видно по его жизни, как серьезную кармическую программу, а не приглашение к праздничному столу и пышной постели. И я уверен, что такого было у него вот так вот завались вокруг, со всех сторон, живя в царском дворце, в его чертогах. И Даниил преуспевал во время правления Дария и Кира Персидского. Это было, помните, последний стих, который я зачитал в той главе. Это завершает историю жизни Даниила и помещает его опыт в рву со львами в более широком контексте. Это напоминает нам, что вся жизнь Даниила прошла в изгнании. Это такое метафорически, да, вот. Вот в этом моменте, в одном, вся жизнь Даниила заключена. Он находится во рву, то есть в чужом месте, не тот, который для него типично, эту одну ночь. И во рву с врагами, львы. Но он оставался тем, кем он и был до этого во внешнем, в том своем нормальном мире. Тем не менее, как напоминает нам заключительное примечание к главе 6, Бог сохранял его живым и невредимым на протяжении всего этого времени, давая ему возможность процветать при сменявших друг друга царях, вплоть до времен царя Кира,
когда его молитвы об Иерусалиме наконец начали получать ответы. Ну, Киру мы еще вернемся, у нас будет отдельная карта, где он возвращает сосуды в храм Господа. Мы должны понять из опыта Даниила, что мир, в котором мы живем, опасен. Это мир не наш дом и никогда им не будет. Но в то же время мы также должны признать, что враждебность мира никогда не сможет причинить нам вреда сверх того, что позволяет нам Господь, либо сверх того, что позволяет нам наше убеждение, наш эгрегор, наша карма. Еще раз, как хотите, так и называйте. Если вы верите в Господа, во Всевышнего, то это вам будет ближе. Но я бы здесь скорее сравнил наш мир не столько с рвом, со львами, да, скорее сколько... Потому что это сразу выглядит враждебно. Да? Что львы могли нести, кроме того, что смерть и разрушение? Ничего. И когда ты находишься в такой ситуации, где явно, четко видно и понятно, кто враг, а кто нет, это легко. Когда ты оказываешься в мире, где есть девушка с мягкими руками, где есть ошейник в виде цветов, мир, в котором жил Даниил в Вавилоне, мир с высокими должностями, мир с большим количеством денег, мир, где, я уверен, присутствовали женщины иноплеменные, все у него было. Слава, власть, деньги. Вот этот мир как раз и является тем миром, которого нам стоит остерегаться и бояться в большей мере и большей степени, не забывая о наших истинных принципах и о том, для чего мы здесь находимся в этом мире, чтобы каждый должен был найти, как Даниил, свое предназначение. Он смог найти свое предназначение. Оно заключалось в том, чтобы путем своей силы, которая была дарована ему Богом, Господом, он мог помогать людям, пусть даже своим врагам. Но в конце концов, тем самым он дал и нам всем пример и помог израильскому государству вернуть через Кира свои сосуды и начать восстанавливать храм. Что я тут записал? Львы – это сила, грубая, прямая – это наш мир. Даниил – это сила иного рода, это сила нашего внутреннего духа. Сама сцена – это вся наша жизнь, и мы в ней. Вот так, если подытожить кратко то, что на этой карте изображено. Ну, в общем-то, я это уже и говорил. И здесь еще есть у меня там выдержки такие в виде, как подытожить. Можете заскринить, почитать их, но, в принципе, по-моему, я уже обо всем этом сказал, и повторяться сейчас нет смысла. Мне кажется, что очень полно мы раскрыли эту карту. И все, что мы сейчас в конце зачитали и разобрали по поводу пятого дома, это у нас лев, пятый зодиакальный дом, в высших уровнях прокачки, на четвертом уровне, особенно что касается веры в Господа, во Всевышнего, в карму, в свое божественное проявление здесь на земле, все это прослеживалось в Данииле в полной мере, все это прям пронизано, вот эта вот та самая сила, которая от него исходила, и то, как он ее применял и проявлял, и как он мог противостоять тем соблазнам или иным, и как им не мог противостоять Навуходоносор или Балтасар. Все это нам дает понимание, как эта карта будет отыгрываться в практическом применении, когда мы будем ее вытаскивать. Помня образ Даниила, помня образ того человека, который смог пронести эту твердость духа, эту силу на протяжении всей своей жизни. Вот, засим разрешите откланяться. Спасибо всем, кто меня слушал. Всего доброго, до свидания.